Ну что же, ребята, всем привет, добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса и на наш бесплатный большой-большой обучающий вебинар по терапии неврозом, неврозов, вегетососудистой дистонии и все, что связано с вашими наболевшими вопросами. Как я понял, мы сегодня будем... Сейчас я чат выключу, окей? Чат выключен, имейте это в виду. Как я понял, до нас не смогло добраться большое количество участников ввиду каких-то технических аспектов. Не могу понять, правда, каких. С чем связаны эти технические аспекты. Может быть, это связано со сбоем вчерашним в работе. Еще может быть что-то, да. Может быть, какие-то личностные особенности людей. Но в любом случае, жаль, что не смогло принять участие большее количество людей, которые хотели бы принять участие. Вот, ввиду чего нам придется, наверное, скорректировать некоторый план, который я запланировал сегодня. Но розыгрыш бесплатных материалов архива, конечно же, состоится, и состоится розыгрыш трех бесплатных мест на онлайн-тренинг, который начнется с 29 числа. Про 30 мая, наверное, говорить буду попозже, да? Это будет онлайн такой же вебинар по работе с комплексами полноценности именно по профилю. Я буду много говорить именно про комплекс неполноценности. Помните, было недавно видео про комплекс неполноценности. Вот. И здесь, конечно, очень много... Это видео, мне кажется, поставило рекорд по отдаче, по обратной связи. Если вы помните это видео, да, именно про этот комплекс... Потому что действительно за всеми, в принципе, неврозами в базовой своей истории лежит комплекс неполноценности, а потом уже идет компенсаторная стратегия, как я этот комплекс буду закрывать. И дальше уже виды неврозов, классификации неврозов, симптоматика и все остальное уже будет квалифицироваться как разные компенсаторные поведения именно из комплекса неполноценности. У комплекса неполноценности есть две основные грани, да, скажем так, два основных края. Один – это край «я полное ничтожество» и «полное дерьмо» и компенсаторная стратегия «я буду избегать обстоятельств, в которых я это покажу». И другой край – это наоборот, тоже комплекс неполноценности, но у него возникает другая декомпенсация. Это наоборот перфекционизм, это наоборот попытка демонстративного такого заглаживания собственной неполноценности. Ну, то, что мы называем работа на публику, работа на показ. Это вот огромные машины, такие цепи с золотом. Ну, вы понимаете, такое демонстративное поведение. Ну, когда девочка, например, выходит выбрасывать мусор на шпильках там, в вечернем макияже, да? Или когда, наоборот, она пытается надеть на себя все, чтобы показать, значит, какой у нее недешевый гардероб. Вот. Соответственно, здесь надо понимать, что я буду говорить именно о практической части работы с комплексом, о причинах, о патоэтиологии и так далее. Но это все 30 мая. Сегодня, значит, ребята, сегодня я буду очень много говорить. Чат в основном будет выключен. Он будет включаться для того, чтобы я как-то отвлекся чуть-чуть. И для того, чтобы вы задали какие-то небольшие уточняющие вопросы, да. Суть заключается в чем? Суть заключается в том, что... Я сейчас прочитаю тот план, который я буду освещать сегодня. Значит, если кто-то уже что-то знает,
Вам придется набраться сил и потерпеть, потому что этот вебинар бесплатный, и он должен стать таким мега информативным кладезем для тех ли ребят, людей, кто столкнулся с вегетососудистой дистонией, с паническими атаками, со страхами за собственное здоровье, да, для тех, кто столкнулся с проблемой тревожно-фобического невроза. И особенно я хочу, чтобы этот вебинар ответил вам на такие базовые вопросы по симптому, базовые вопросы по принципу действия и о том, обязательно, что надо делать и как. Потому что огромное количество людей на первом этапе тревожно-фобического расстройства находится на этапе такого, ну, я в нашей терапии называю его этап второго угла, да, когда человек на самом деле не может, скажем так, ввиду высокой уровни своего беспокойства за здоровье, ошибочного причем, он не способен переключить свое внимание на истинную проблему, вызываемое у него невротическое состояние. То есть, что же такое? Давайте я прочитаю, наверное, да, и уже пойдем по преамбуле. Значит, мы сегодня обсудим с базы до более сложных моментов. Да? Вот смотрите, какой я план себе для сегодняшнего занятия сделал, и он будет очень-очень раскрывающим тему. Что такое вегетососудистая дистония, панические атаки, страх передвигаться самостоятельно, страх приступов и симптоматики, тахикардия, экстрасистола, кишечник, страх туалета, ком в горле, фибромиалгия, остеохондроз, ВСД, щитовидная железа, гормоны и ВСД, предменструальный синдром, депрессии, дереализация, деперсонализация, что мешает справиться с основной симптоматикой вегетососудистой дистонии, ошибки в когнитивно-поведенческой терапии в ее практике. Почему панические атаки или прочие симптоматика вегетососудистой дистонии и невроза возвращаются в рецидивы? Паническая атака и вегетососудистая дистония основные тактики, стратегии терапии. Обсессивно-компульсивное расстройство работы с ритуалами, навязчивыми мыслями. Сроки терапии, особенности терапии, сложные и простые неврозы в терапии, личностные расстройства, невротические расстройства. Основные принципы и алгоритмы работы с психотерапевтом. Вот на самом деле, если разбирать эти темы, то по большому счету это, ну, из этого можно делать целую обучающую программу для консультантов, для преподавателей. Вот. У нас только 2,5-3 часа, и я постараюсь вам максимально детально рассказать. Поскольку ввиду технической проблемы, я уже понимаю, что эта проблема во многом техническая, то ли она связана с тем, что необходимо обновлять систему для того, чтобы вы вебинар смотрели, и половина людей не обновлена какая-то браузер, и он просто не транслирует. Я думаю, что до нас не дошло примерно столько же человек, сколько сейчас присутствует. И это, конечно, грустновато. Да, но что мы можем сделать? Это технический момент, поэтому, наверное, я все-таки приму решение, что этот вебинар они смогут посмотреть в записи. Вот. И, к сожалению, они не смогут участвовать в розыгрыше. Розыгрыш будет в конце, поэтому сейчас мы сосредоточимся на обучающей программе. А разыграем мы 3, значит, вебинара, и разыграем мы 3 места на вебинара и архив попозже. Я разблокировал чат. Вот вы услышали, да, список, который я сегодня... Это общие тезисы, которые мы сегодня будем обсуждать. Есть ли какие-то пожелания? Еще что можно добавить в этот список, чтобы я сделал сегодняшний урок для вас максимально исчерпывающим.
Про самооценку 30-го можно. Что поглубже? Мотивация. Да, можно. А мотивация что? В целом мотивация или мотивация именно какая-то специфическая? Социофобия. А социофобия это будет тема самооценки. К тому же социофобия есть отдельный большой вебинар. Курение, ВСД. Бессонница, да, хороший симптом. Ну, во всяком случае, есть что сказать, потому что есть люди, которые ошибаются. Дневники – это тема будет в когнитивно-поведенческой практике. Понятно, но ничего нового, да? Экстрасия стала подробнее. Ведение дневников. Ребят, вы понимаете, вот смотрите, те, кто спрашивает про ведение дневников, почему я сделал онлайн-тренинг, который идет 5 недель, 10 занятий? Я объясню. Потому что я хочу, чтобы мы на этих 10 занятиях научились правильно вести дневники и правильно размышлять и работать с мировоззрением. Просто в 15 минут я не смогу уложить вам всю методологию, понимаете, ведения дневников. Вот у меня сейчас второй сезон, закончил 8-е занятие, да? И они только-только сейчас вот, ведут дневники по той методологии, технологии, которая нужна. Понимаете? То есть нам потребовалось 18 часов, да, моей работы, чтобы, да, им зашло в голову, и чтобы я смог объяснить, да, вот ту методологию, которая им необходима. Понимаете? И вот этот момент, он очень важный. Этот момент очень важный, и этот момент, безусловно, такой, ну, фундаментальный, что ли. Поэтому те, кто просит побольше именно работы с дневниками, я вас всех приглашаю на 29 мая на работу в третьем сезоне. Потому что там 5 недель. Я буду как раз детализированно. Нельзя вот быстро и просто объяснить такую глубокую вещь, как философия когнитивной терапии. Понимаете? Это не то, чтобы даже навык. Требуется много-много деталей, чтобы вас этому научить. Поэтому, если вы действительно хотите обучаться когнитивно-поведенческой терапии, не разговаривать про симптоматику, что мы сегодня про симптоматику много, да, поговорим, а действительно хотите работать уже глубоко, фундаментально, основательно со своим неврозом, вам дорога на третий сезон. Третий сезон можно смотреть как в копии, так и онлайн-участие. Все знают, да? А сайт, на котором можно зарегистрироваться. Окей, я думаю, что все это поняли. И все, кто хотят, я вас жду. Потому что все вот эти гоблины, которые будут задавать вопросы, как не бояться, а пятка, а дерилизация, а ком в горле, а кишечник, а экстрасистолы, а тахикардия. Вот эти люди просто не, как, пока еще не готовы, да, в своем понимании того, ну, может, после сегодняшнего вебинара они будут готовы, но пока они не готовы, потому что одна из основных проблем терапии неврозов – это фиксация на симптоматике. Имейте это, так, я понял. Все, ладно, спасибо. Имейте это в виду, основная первая проблема – это фиксация на симптоматике и отсутствие адекватного восприятия феноменов в теле, которые относятся, которые никак вам не угрожают, которые являются обычной физиологией, потому что если бы они вам угрожали, весь мир бы давно был бы госпитализирован, но вы этого не понимаете ввиду фиксации и повышения уровня тревожности. Давайте об этом тогда начинать поподробнее, да? Thank you.
Так, ну, поехали. Начнем мы тогда. Та-ра-та-ра-та-та-та-там. Все, не будем больше никого ждать. Я думаю, что у всех остальных действительно есть некоторая сложность технического уже, наверное, характера, и мы ее не сможем исправить. Вот так, итак, поехали. Значит, для новичков и для ваших базового понимания. Вегетососудистая дистония как феномен российской медицины. Почему российской медицины? Потому что во всем, ну, в мировой медицине нету вегетососудистой дистонии, да, как заболевание, как синдрома комплекса. Он присутствует только в российской архаичной медицине. Если вы столкнулись с диагнозом, в кавычках, опять же, вегетососудистая дистония, надо, чтобы вы четко понимали, что это не болезнь диагностики, которой вы привыкли, грипп, там, ОРЗ, даже остеохондроз. Вегетососудистая дистония, или к слову ВСД, в карте вашей означает, что у вас есть активность вегетативной нервной системы. Активность – это не патология, активность – это не выход за какие-то нормы, и где что-то может сорваться, взорваться, убить вас и так далее. Иначе у нас бы все давно передохли, потому что вегетососудистая дистония, это слово написано в каждой второй карте жителей России и Советского Союза. И, соответственно, мы не можем говорить о том, что смертность или какие-то болезни коррелируются с количеством диагнозов ВСД или этих букв. Порой врачи просто отписывались словом вегетососудистая дистония, намекая на то, что человек жалуется на что-то вегетативное, но есть вот такой непонятный феномен вегетативной активности, потому что мы не знаем, что с ним. Далее обычно человеку проводят клиническое обследование, после чего говорят, что у вас все хорошо, у вас просто ВСД. Это означает, что у вас нету объективных картины, нету объективной картины заболевания. Да? У вас есть просто физиологическая активность. Например, в виде тахикардии, например, в виде дисфункции кишечника, например, в виде общего вегетативного подъема напряжения, да? Например, в виде некого вегетативной активности, на которую вы начинаете обращать внимание, которая начинает вам мешать качественно жить, потому что начинается повышаться общее... повышаться общая тревожность уже ввиду вегетативной активности. Давайте теперь разбираться, что первично, что вторично. Сейчас никто не пишет, пишу только я в чате. Смотрите, как выглядит маленький алгоритм. Сначала возникают обстоятельства в жизни. Сначала возникают какие-то обстоятельства в жизни человека, которые... Человек начинает трактовать как недопустимые или опасные, или безвыходные. Вот это очень важно записать, вот это очень важно запомнить, потому что все неврозы начинаются именно с этого простого алгоритма. Сначала возникают обстоятельства в жизни, которые человек начинает трактовать как недопустимые, опасные, безвыходные. Здесь еще нету никакой ВСД, здесь еще нету никаких панических атак, здесь еще нет никаких ОКР, и здесь еще нету ничего вообще. Это просто обычное течение жизни. Окей? Далее. Когда это затягивается... Затягивается, то есть нужно определенный какой-то длинник времени. То есть сразу такого не происходит, имейте это в виду. Какие-то обстоятельства затягиваются. Затягивается ситуация, где вы постоянно контактируете с людьми, где вы раздражаетесь, да, вы постоянно ощущаете небезопасность, вы постоянно ощущаете некое давление, некоторую
угрозу, или постоянно вас кто-то раздражает, постоянно кто-то вмешивается и вклинивается в вашу жизнь, либо у вас что-то не получается, да, вы стараетесь, а у вас не получается, вы очень хотите, а у вас что-то не получается. То есть вот такие обстоятельства вдруг возникают в жизни человека, и со временем, примерно до полугода, человек может находиться вот в таком социально-эмоциональном состоянии, еще даже не испытывая никаких ВСД, как ему кажется, не испытывая никаких панических атак. Поняли, да? Вот все начинается у вас именно с этого. Затем возникает очень такая интересная штука. Как только это затягивается, человек не может принять решение, человек не может разрешить объективно вот эту ситуацию недопустимости, опасности и безвыходности, человек дальше начинает испытывать следующий феномен. Повышается общее напряжение внутри психики. То есть психика начинает просто-напросто потихонечку давать сигналы о том, что данные события в жизни или твое отношение к этим событиям или слишком длительно начинает затягиваться. Это называется, кто знает на языке медицины, вот это и есть тот самый дистресс, если вам было интересно, да? То есть дистресс – это длительная интерпретация обстоятельств, которые длительным негативным образом и образом недопустимым и безвыходным и слишком эмоциональным, которые еще и начинают затягиваться и хронифицируются. Такой термин используется, да? Вот когда это хронифицируется и затягивается, и когда мы постоянно изо дня в день раздражаем себя, пугаем себя и видим ситуацию как безвыходную, как неизменимую и постоянно на одни и те же грабли, и если все это еще помножено на времени, вот так и создается дистресс в психике человека. Повышается общее напряжение внутри психики. Поняли, да? Это и есть дистресс. Тот самый настоящий дистресс. В итоге тело начинает подавать обычные, я подчеркиваю, здоровые, подчеркиваю, видите, здоровые сигналы напряжение. Это не какая-то болезнь. Это не какая-то дисфункция. Это обычные сигналы напряжения, такие как тахикардия, общая тревога, экстрасистолы. Сейчас я объясню все подробнее по каждому, окей? Ком в горле, кишечник, озноб, шаткость, вялость, слабость, ну и так далее. Поняли, да? То есть это именно по вегетатике. Давление. Оно может быть как верхним, так и выше и ниже. То есть, вот все, что я сейчас переписал, это вот такие простые базовые вещи, да? Это здоровое состояние физиологии, когда оно, если мы говорим про неврозологию, да? Когда человек находится длительно в состоянии дистресса. Поняли, да? Смотри выше, как он себя к этому привел. То есть человек длительное время трактует ситуации как недопустимые, эмоциональные, опасные или безвыходные. Это все затягивается, состояние дистресса возникает, и тело начинает подавать обычные здоровые сигналы. И вот здесь начинается все самое веселое. Когда человек приходит с этими обычными вегетативными сигналами о том, что человек находится в длительном дистрессе, вот так и рождается термин ВСД. Потому что проводят обследование кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, в общем, все залезут вам куда только хочется, особенно за ваше бабло, но залезут. И не увидят реальные патологии, которые требуют лечения. Да? Они не увидят язвы, они не увидят новообразований, они не увидят серьезной картины
серьезные картины, серьезные патологии и напишут у вас ВСД. И будут, в принципе, теоретически правы, потому что они зафиксируют у вас вегетативную активность. То есть ВСД – это просто вегетативная активность. Но проблема в том, что врачи вам не расскажут то, что я рассказал сейчас за 5 минут. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас, если бы вам врач, когда вы пришли на прием, вот сказал бы хотя бы вот это вот, сначала возникают обстоятельства в жизни, которые человек начинает трактовать как недопустимое, опасное, безвыходное, это все затягивается, и тело начинает реагировать, это обычное эмоциональное состояние проявления напряжения, и мы вас проверили, у вас нет никакой болезни, потому что это всего лишь навсего эмоционально. Вот если бы вам так объяснили, возможно, вы бы половину бы проблемы бы не испытали. Вы бы половину бы, как минимум, проблемы бы не испытали. Понимаете? Потому что вы бы не начали себя пугать, вы бы не начали создавать всю вот эту сложность. Да? Окей, спасибо, я понял. Вот так возникает феномен вегетососудистой дистонии, который является вовсе не феноменом. Он является естественным состоянием человека, пребывающим в дистрессе. Вот этот момент понятно, что такое вегетососудистая дистония. Теперь возникает вопрос, лечится или не лечится? Ну, тут ответ уже для многих понятно. Лечится или нет? Все, ребят, спасибо, я понял. Значит, многие люди на форумах, в интернете сбились с ног, да и вы тоже, да, это не может быть патологией, потому что обычное эмоциональное, функциональное проявление дистресса не является патологией вообще. Это вообще не патология. То есть тахикардия при здоровом сердце, когда человек находится в тревоге, это не патология, это здоровое сердце. Напряжение вегетативное не патология, это здоровое состояние дистресса. Ну, например, это то же самое. Ну, вы, например, сдаете экзамен или защищаете диплом, и у вас, там, я не знаю, мокнут ладошки, у вас тахикардия, там, сухость во рту, общая тревога. Вы же не говорите, что я заболела ВСД или что у меня болезнь. Вы говорите, я нервничаю, правильно? Вот. Только проблема дистресса, в отличие от стресса, заключается в том, что когда вы идете на экзамен, у вас стресс. Потому что стресс всегда осознан. Вы говорите, я на сессии, согласны? Я потею, мокну, не ем, я бегаю по туалетам, я не сплю, у меня стресс, я сдаю сессию. Но вегетатика у вас работает точно так же, как и во всех людей, и это нормально. И также вегетатика работает, когда у вас дистресс. Когда вы не осознаете причину, которую вы себя стрессируете. И здесь возникает две проблемы. Когда у вас есть стресс в виде экзаменов, вы осознаете и вы говорите, и вы можете объяснить себе, да? У меня сегодня экзамены, поэтому я вот так себя херово чувствую. А когда у вас дистресс, у вас это не осознается. Ну, например, дистресс может являться в основе своей неразрешенная ситуация с женой или с мужем, или длительная затяжная ситуация с родственниками, или длительная затяжная ситуация социального характера, финансового характера, личностного характера, да? И это когда затягивается, вы не придаете этому как бы явного значения, потому что, говорите, как бы явно все нормально, окей? Согласны? Но это затягивается, начинает проявляться в виде вегетатики той, которая была у вас на экзаменах, например. Только на экзаменах вы не пугались, потому что вы отдавали себе отчет, что происходит. Согласны? А вот когда у вас вытесненная проблема, вы не отдаете себе отчет в то, что вас будоражит. И пишем вместе со мной. Именно неосознание причин вегетатики и пугает наших пациентов. Вот это и является, по большому счету, начало тревожно-фобического состояния.
Потому что очень многих людей, если вы поспрашиваете, вот вы наверняка спрашивали, а у тебя было такое, а у тебя было такое. И некоторые люди говорят, да, ты знаешь, у меня в юности тоже такая херня была. Но он не ушел ни в панику, он не ушел ни в какие серьезные проблемы, избегания и так далее. Он говорит, да, у меня была и тахикардия, как-то, и что-то мне как-то тревожно было, да. То есть человек просто-напросто не испугал себя тем, когда у него стал проявляться так или иначе этот дистресс. Понимаете, да, о чем я? То есть человек просто себя не испугал. Хотя мог бы. А большинство людей пугаются, потому что на экзаменах они не пугаются, они понимают, что происходит стресс. А вот затяжной дистресс, который создал эту вегетатику, они начинают пугаться, что не могут объяснить. То есть они не могут... Сейчас. То есть не могут ребенку 9 лет ставить ВСД. Это только в России у вас такое происходит. То есть люди не могут объяснить себе природу своего состояния. Вот это и начинает их пугать в самом-самом начале. То есть если на экзамене вы можете объяснить природу тахикардии, так? Вы согласны? То просто дома, когда у вас возникает тахикардия ввиду затяжного дистресса, вы не можете объяснить себе природу тахикардии. То есть вас это будет пугать, если вы не можете объяснить себе природу. И вот так возникает из обычного банального вегетативного напряжения возникает тревожное состояние. Понятно? Не надо сейчас вопросы задавать, пожалуйста. Вот этот момент, он очень важен, потому что для новичков это фундаментальный материал, который вы должны понять. Лечить здесь нечего. Лечить вегетатику. Первое. Нет нужды. Второе. Невозможно. И третье. Нечего лечить, я бы так сказал. Но это одно и то же, да, я сейчас написал, но вы поняли, что... Если вы идете на экзамен, у вас есть тахикардия, вы бегаете по туалетам, вы не можете это вылечить, потому что это природная реакция на стресс. Согласны? Но чтобы вылечить природную реакцию на стресс, человеку нужно, наверное, там, сделать серьезную лоботомию, чтобы нарушить работу головного мозга и высшей нервной деятельности. Тогда путем иссечения какой-то части мозговой ткани, мозговой деятельности, ее нарушения, наверное, вы сможете убрать себе такие вегетативные активности. Но, простите, тогда это полная инвалидизация, кома и как бы растение, которое лежит и писает в трубочку. То есть лечить вегетососудистую активность нет необходимости. Понимаете? То есть лечить нечего. Максимум, что можно, это снизить активность путем приема успокоительных, заметьте, успокоительных, а не сердечных препаратов, заметьте, успокоительных, а не неврологических препаратов. Заметьте, успокоительных, а не желудочно-кишечных препаратов, да, грубо говоря. То есть именно успокоительных. Почему? Почему успокоительные? Ну, вот многие на форумах начинают задавать такой вопрос: если ВСД – это болезнь сосудов, почему мне прописывают валерьянку?
Очень просто, потому что ВСД – это не болезнь сосудов. ВСД – это здоровое, эмоциональное состояние организма на затянувшийся дистресс. Дистресс – всегда эмоциональный аспект. То есть, если вы идете на экзамен, и у вас стресс, и вы эмоционируете, да, то суть заключается в том, что вы можете максимум закинуться валерьяной на экзамене, согласны? В данном случае лечить здесь нечего. Вот точно так же с вегетососудистой дистонией. Просто тот объем мифов, глупостей и незнаний, которые обрастают в интернете, здесь, конечно, вызывает очень много и много сомнений и не очень правильной трактовки. Да, потому что сама по себе вегетативная активность – это нормально. Лечить здесь нечего. Можно только ее снизить растительными какими-нибудь препаратами, такие как пустырник, валерьяна, там, шалфей, ромашка. Вот. Но в самом крайнем случае эмоционального срыва какого-нибудь, да, мы там можем применить какой-то транквилизирующий препарат по назначению врача. Вот сама по себе природа ВСД понятна, да? Теперь смотрите, что такое паническая атака и так далее. ВСД и паническая атака – это не одно и то же. Невроз и паническая атака – это не одно и то же. А вот феномен вегетососудистой активности – это вообще отдельный феномен, который просто локально говорит о том, что локально у данного индивида затянулся какой-то эмоциональный фон, затянулся. Вот это всем понятно? Что сам по себе феномен ВСД может стоять у 15 миллионов россиян. И это еще не говорит о том, что у них всех невроз. Это просто затянувшийся эмоциональный фон, который можно попить пустырник, валерьяну. Это еще не невроз. Все, хорошо, спасибо. Угу. Так вот, когда же у нас начинается проблема? Что в самой вегетатике проблемы нету. Проблема возникает когда? Проблема возникает тогда, когда у нас, ну, например, давайте возьмем такой пример, чтобы вы поняли. Мужчина не может принять решение с женой, поскольку у него есть молодая любовница, которая забеременела. Так? И у него есть жена и дети. И мужчина не может принять решение, потому что его гложет чувство вины, и в то же время он с женой не может быть, потому что его молодая любовница говорит: ну, харе, уже пойдем. У него актуализируется чувство вины, у него актуализируется некоторое внутреннее состояние между молотом и наковальней. Согласны? И это состояние начинает потихонечку хронифицироваться. То есть он не может принять решение за день, за неделю. Он начинает его оттягивать. И у него начинает подниматься артериальное давление. У него возникает больше тахикардии, он начинает плохо себя чувствовать, начинает хуже спать, хуже кушать. Согласны? Согласны? У него начинает расфокусироваться внимание, у него начинает расстраиваться стул желудочно-кишечного тракта, он начинает фиксировать общее недомогание. Он приходит к врачу, ему говорят: у вас ВСД. Вот так это и выглядит. Хотя на самом деле врач прав. Врач говорит, правильная трактовка, выглядит это так. Вы находитесь в каком-то затяжном, дистрессирующем себя состоянии. Вот и все. Понятно? Вот этот момент, он очень важен, и этот момент очень важно понимать. Здесь еще нету никакого невроза, здесь еще нету никакой патологии и нету никакой проблем. Это естественное биологическое состояние мужчины, находящимся, и любого там, и женщины в том числе, находящиеся длительное время в каком-то дистрессирующем состоянии. Всем это понятно? Прекрасно. Вот здесь это очень важно, и здесь это очень-очень-очень необходимо. Сейчас, одну секунду.
Одну секунду. Вот этот момент, он очень важен, чтобы вы понимали. Значит, идем дальше. Теперь смотрите, кто мне объяснит, давайте догадываться, почему у этого мужчины еще нет невроза? Давайте поразмышляем, я хочу, чтобы вы просто глубоко начали изучать. Я люблю подходить вам как к ученикам психотерапии. Почему у этого мужчины нет еще невроза? У него есть просто общий такой вот клинический феномен, да, вегетативной активности. Не факт, что он ситуацию особо осознает, это же все-таки дистресс, да? Да, молодцы, он еще себя не начал загонять, и ситуация еще достаточно не затянута, совершенно верно. Давайте остановимся, молодцы. То есть сам по себе внутренний конфликт, в который попал наш мужчина, а это внутренний конфликт между молотом и наковальней, согласны? Он еще не успел у него вызвать такой уровень внутреннего дистресса, который начнет уже более серьезную симптоматику трезвонить и звенеть. Это очень важно, да, потому что он только-только стал чувствовать вегетативную активность. Вот здесь будет два момента. Теперь вот смотрите внимательно. Как только мужчина стал испытывать вегетативную активность, наш мужчина, ну, наш пример, да, будет два варианта. Вариант первый. Он не испугается и сам поймет, что его ситуация гложет, и примет решение с женой, например. Поняли, да? Вот если он так поступит, как вам кажется, что будет? И есть второй вариант. Он не знает, как выходить из ситуации с женой. Параллельно он начинает сомневаться в своем здоровье. Параллельно он читает страшилки в сети. Параллельно он мнительный. Параллельно у него тревожная, например, мать. И вот тогда начнется самое веселое. И у него возникает испуг вегетатики. Это сейчас очень примитивно я написал, но в целом понятно, что, слушайте меня внимательно, что если вот точно такая же ситуация актуализировалась у мужчины, который бы не был таким тревожным и не был бы таким мнительным, и который бы знал и мог бы принять решение, как только бы он почувствовал, что это уже начинает его напрягать, он бы вообще бы никогда бы не познакомился с неврозом и с его яркой симптоматикой. Понимаете, о чем я? То есть сам по себе внутренний конфликт и сам по себе жизненная трактовка ситуации, она еще не означает, что будет проблема. Поняли теперь весь вот эту всю фишку? Что проблема возникает тогда, когда, вот смотрите, второй вариант, когда человек из этой ситуации начинает ее как бы заглатывать, эту ситуацию, да? Он не видит выхода, он тревожный, у него повышается напряжение. Как же быть, как же быть, как же быть, как же быть? Вместо с этим повышается его состояние общего напряжения, и поскольку он имел опыт тревожной, мнительной матери, например,
или сам по себе тревожный, мнительный, вот тут он начинает испытывать уже повышенный страх за здоровье. А вот теперь пишем, как формируется повышенный страх за здоровье. Почему он вышел? Почему у первого, например, варианта, почему началось у первого варианта, сейчас я это сотру, чтобы мы видели все. Почему у первого варианта у мужчины не началось, а у второго началось? Потому что первый не затянул, он принял решение. А второй и затянул, и ввиду затягивания у него, ввиду затягивания дистресса. Понятно, что это не типичная ситуация, это одна из ситуаций, ясно? Ввиду затягивания дистресса. Формируется больше и больше напряжения. Это всем понятно? Что чем больше вы затягиваете дистрессирующий фактор, тем больше и больше напряжения ваша психика будет генерировать. Это всем понятно? Он не может принять решение, он затягивает его. Или мать, или отец все бесит и бесит и бесит. Люди все бесят и бесят и бесят. Начальница все бесит и бесит и бесит. Жена все бесит. Муж все бесит и бесит. Муж бухает и бухает. И бухает и бухает. Конца края нету. Денег нету. Дети, беременная восьмиклассница. То есть затягивается и затягивается и затягивается. Окей? Не виноват тут не характер. Вот. И вот здесь начинается самое забавное. Как только формируется больше и больше напряжения, смотрите, что происходит. Как только напряжение достигает кульминации, понятно, что я имею в виду? То есть максимальный пик, да? Как только напряжение достигает кульминации максимального пика, оно стремится куда-то выйти. И вот здесь возникают ответы на все ваши вопросы. Проще говоря, фобии и постоянные сомнения в здоровье, которые начались, например, у нашего мужчины, хотя он раньше вообще за эту тему не переживал. Например, вот у вашего покорного слуги, когда актуализировались панические атаки и вся эта невротическая фигня, я до этого, ну, не знаю... Я жрал таблетки, которые только мне назначал врач, если там что-то болело. Я вообще не думал ни о сердце. Я всю жизнь занимался спортом. Я вообще не думал о том, как работает мой организм. Я вообще не заморачивался ничем. Как только актуализировалась эта проблема, я стал читать инструкции, побочные эффекты. Я стал бояться, а вдруг аллергия. Я стал прислушиваться к сердцу, я стал прислушиваться к дыханию, а вдруг у меня здесь, а что-то не так. Эта тревожность стала выливаться в интернет со словами «а как у меня, а что?», «а как симптомы того-то» и так далее. Да? Это не мнительность, это показатель как раз вот этого повышенного внутреннего дистрессирующего состояния. Поэтому пишем вместе со мной. Пишем. Фобии, постоянные сомнения в здоровье всегда прямо пропорциональны, всегда прямо пропорциональны уровню напряжения из основной конструкции дистресса. То есть, чем длительнее дистресс, например, по тем обстоятельствам, о которых мы с вами говорим, и чем больше напряжение, тем больше будет фобий. Ну и, соответственно, это также работает назад. Как только наш мужчина в терапии, например, принял бы решение, да,
с, скажем так, женой, как только, чем быстрее он бы принял это решение, чем быстрее он бы решил это, тем быстрее бы уровень его дистресса внутреннего спал, и его физиологическое состояние и психологическое состояние стабилизировалось бы. Поняли, да? И вот здесь как раз возникает вопрос, в том числе отчасти и о сроках, что если человек относительно быстро осознает природу дистресса, я не знаю, какое решение ему принять, это его жизнь. Он сам решает, какое решение ему принять. Мне не важно, какое. Главное, чтобы он с ним был в согласии с этим решением. Если человек относительно быстро осознает природу дистресса и принимает для себя решение, он теряет тревогу и теряет напряжение. Вот так, собственно говоря, это выглядит. Возникает, есть еще второй вариант. Если ситуация затягивается и невозможно к разрешению, и тревога усиливается 100%, то где процент, вот 100% будет, 100% будет усиливаться и вегетатика, естественно, и природа фобий и беспокойств. Понятно, да? Вот так формируются навязчивые состояния. Уже за сердце, ипохондрия, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это. Вот вам простой пример, что такое ВСД и как это все переходит в невроз. То есть невроз возникает не как грипп. Это всегда затяжная история, да, именно всегда затяжная история. Это никогда не случается вот спонтанно. Просто неврозы бывают разные. Бывают такие ситуации, вот я вам сейчас объяснил, дал, точнее, пример простого вот, фундаментального невроза и два развития событий, где человек вообще бы не познакомился или познакомился. Теперь поехали, что такое паническая атака. Паническая атака. У нас очень-очень немного времени, а вопросов очень много. Паническая атака. Паническая атака не является симптомом невроза, или паническая атака не является какой-то болезнью, которая является чем-то также удивительным. Сама по себе паническая атака не является приступом, угрожающим жизни, требующим реанимации. Сама по себе паническая атака не является патологической для жизни и так далее. Потому что ответ очень простой. Паническая атака – это естественное состояние биологии тела в, скажем так, состоянии очень сильного состояния беспокойства за собственную жизнь ввиду инстинкта самосохранения. Да? То есть паническая атака – это крайний пик инстинкта самосохранения, где человек или животное верит, что с ним сейчас произойдет какая-то беда или смерть. То есть как это крепится к неврозам, к ВСД? Вот у нас есть частая такая тема – ВСД и панические атаки. На самом деле, если быть совсем откровенным, это никак не взаимодействует или может взаимодействовать не вместе. Сейчас объясню.
Например, возьмем опять же нашего мужчину, да, которого мы сейчас разбирали. Если у него возникла такая, помните, да, вот эту вот мужчину нашего, если у него возникла ситуация с женой, и он почувствовал вегетатику, и достаточно быстро начал понимать, что ему надо как-то разруливать эту ситуацию, да, он не испугается своей вегетатики. Он скажет: я себя плохо чувствую, потому что я нервничаю, у меня вот такая ситуация, жена, любовница, дети там, финансы задолбали, да, ничего страшного нет, просто я что-то это самое перенервничал чуть-чуть. Он не испугается. Он не испугается абсолютно вообще. Он не познакомится, что такое паническая атака. У него не сформируются фобии, потому что он решит эту ситуацию. А если он начнет, ввиду своего повышенного дистрессирующего состояния, испытывать вегетатику и начнет сам себя пугать, и у него начнутся пролетать в голове мысли: а вдруг инфаркт, а вдруг я упаду и меня увидят подчиненные, а вдруг я сейчас умру и моя любовница и жена вообще без меня останутся, а вдруг у меня рак, а вдруг я на фоне этих переживаний заболел чем-то серьезным, а как же они без меня будут? А если сейчас я умру здесь, и все это увидят? А если все это вскроется? А если это? И он может сам не заметить, как он начнет себя повышенно пугать уже по отношению к каким-то физиологическим, как ему кажется, необычным состояниям. Хотя они просто дистрессирующий момент его состояния организма ввиду дистресса. И вот тогда... может случиться такой момент, который называется panic attacks или паническая атака, когда человек воспримет физиологию как угрожающую. То есть паническая атака – это всегда, пишем, ваша личная трактовка состояния организма. То есть это не какой-то приступ, который вас кроет вдруг. Паническая атака – это испуг, где вы сами себя испугали. То есть паническая атака – это состояние, где вы сами начали загоняться и сами начали интерпретировать свою вегетатику как скорый приступ или скорая смерть. Ну, например, вы едете в метро, и вы говорите: ой, что-то мне нехорошо, что-то как-то плохо, а вдруг я сейчас умру, а вдруг я сейчас упаду, вы так себя и начинаете пугать. И вы начинаете испытывать обычное состояние тревоги. То есть, пишем так: как только вы начинаете себя пугать мыслями задолбали, они не въезжают, они вообще во много не въезжают. Как только вы начинаете себя пугать мыслями о «вдруг я умру», вы и так себя и пугаете. То есть вы сами себя пугаете. У вас просто тахикардия, потому что вы не знаете, как решить ситуацию с женой. У вас просто общий дистресс по фоне бухающего мужа. У вас просто актуализировалась вегетативная активность ввиду дистресса из-за там больной свекрови или тещи. Или длительного затяжного конфликта с мужем. Поняли, да? И вы берете вегетативную активность и начинаете ее трактовать как симптом угрозы для здоровья. Вот это и есть паническое состояние. То есть вы взяли и вегетативную активность трактовали неправильно. Это первое. А вот второе,
вы взяли и стали, скажем так, избегать этой вегетативной активности. По какой причине? Считая, что она способна причинить, так ведь было, вред. Вот так же у вас и было. Вы испытывали панические атаки только тогда, когда вы были уверены, что они причинят вам смерть или какую-то серьезную проблему в виде этого обморока или еще чего-то. И как только вы это верите, вы себя так и пугаете. Хотя по факту ни одна паническая атака в мире не причинила никому вреда. Вот этот момент, он очень важный, да? По факту ни одна паническая атака никого не убила. По факту ни одна паническая атака никого не свела в могилу, и никто не описался, не окакался, инфаркт не получил. Просто это обычный испуг, потому что вы верите. А почему вы верите? Почему я верила или верила, давай так, верила в смерть от паники? Есть у кого-то мысли на эту тему? Почему по факту ни одна паническая атака никого не убила? Почему по факту все эти паники в автобусе, в метро, в самолете, на улице никого не убило? Почему вы в это верите? Нет, кто-то сказал, это не то. По незнанию тоже не то. Ну, давайте я вам подскажу, окей. Ну да, спасибо. Потому что принцип основан на инстинкте самосохранения. То есть, помните такая фраза «У страха глаза велики»? Вот это не просто так фраза. Когда человек находится на очень высоком уровне страха, он теряет способность адекватно и критично воспринимать информацию. То есть он превращается в такое некое тупое животное, если хотите, да, которое не опасно социально, оно ничего не сделает, оно скорее безопасно социально, но он превращается в такого задрипанного страуса, который носится по улице со словами «Караул! Караул! Караул! Караул!» Да, и все. То есть он не умрет, ничего он не сделает, ничего не произойдет. У него просто настолько сильно работает, самоконтроль не исчезает вообще. Самоконтроль – это вообще биология прошитая. Она никак не пропадет, даже если у него будет 3x3 панические атаки, понимаешь? А он просто теряет способность к адекватному, критичному пониманию того, что с ним ничего не происходит. Это то же самое, что больная женщина-истеричка, которая придумала себе, что ее муж изменяет, орет дурниной о том, что ты вчера с кем-то там в сауне, там то-то, 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 хотя он, в принципе, был просто на работе и задержался, телефон у него там разбился. И вот ей ничего не объяснишь, пока она в это верит. Согласны? Вот пока женщина находится в состоянии эмоционального фона, ты ей удолби вот как бы фактами, она вообще тебя слушать не будет. Вот так работает принцип панической атаки вообще в биологии. Когда у человека возникает высокий уровень эмоциональности, он вообще не слышит каких-то аргументов. Это вообще свойственно всем эмоциям. Понимаете, да? Поэтому пишем дальше по поводу панической атаки. Она абсолютно безопасна. Да, она абсолютно не убивает и никого не убила. По логике, если бы панические атаки могли способны были бы причинить вам вред, и вы бы способны были причинить вред, если бы, скажем, панические атаки были бы опасны социально,
При первых бы симптомах вас бы скручивали и увозили. Но паникотаксия, панические атаки – это бич на планете номер один, и он очень частый. Мне кажется, уже каждый второй и третий начинает с этим так или иначе сталкиваться. Да? Соответственно, понимаем, что у нас не закрывают всех людей в дурдоме-то, и ничего не происходит. Поэтому давайте запоминать, что паническая атака безопасна. Основная проблема возникает в избегании. То есть, когда возникает избегание, избегание номер один – это само избегание вегетатики. На чем основано основное избегание вегетатики? Оно основано на том, что я считаю, что вегетатика мне опасна. Так? Это первая ошибка. Прямо записываем вместе со мной, потому что вы потом должны будете эти ошибки устранять. Второе избегание – это избегание самой паники. Опять же, по тому же принципу. Считаю, что ПА опасно. Третье избегание – это избегание быть одному. Опять же, потому что считаю, что мне что-то может угрожать, и мне никто не придет, не придет на помощь. Четвертое избегание – это таскание, это призыв родственников в свою жизнь, опять же, потому что мне должны помочь в случае ПА, например. Пятое избегание – это места, в которых могу себя испугать. Почему? Так как там я могу умереть от ПА, например. Ну и шестое избегание – это таблетки. Да, это без таблеток ни шагу из дома. Опять же, почему? Потому что в случае ПА они меня спасут. Вот примерно 6 вам концептов, да, которые поддерживают данную проблему и по кругу которой вы бегаете. Согласны? Так или иначе, все ваши поведения будут укладываться вот в эти 6 основных элементов, которые будут, собственно говоря, удерживать вас в тревожно-фобическом состоянии. И здесь как раз и нужно с этим работать, здесь как раз и нужно с этим непосредственно взаимодействовать и контактировать. Понятно, да? То есть, основной концепт, который я хочу вам донести. Первое. Вы должны, двоеточие, научиться не трактовать вегетатику как опасную. Вы должны научиться не трактовать панику как смертельную. Вот здесь начнется много нюансов профессиональных. Третье. Вы должны научиться не трактовать расстояние от дома как угроза. А теперь смотрите, в чем профессиональный аспект. Многие наши клиенты, они считают, что этому нужно научиться просто вот смотря видеоканал «Неврозы Мегаполиса».
или проходить какие-то высокоинтенсивные тренинги по паническим атакам, просто сидя дома, ничего не делая. На самом деле информации по паническим атакам очень много, и в большинстве случаев она, в принципе, нормальная, и хорошая, и правильная. Но почему-то помогает она не всем. Кому помогает, кому нет. Кому поможет, кому нет. Смотрите, в чем прикол. Видите вот эту основную задачку, да? А научиться трактовать вегетатику как опасную, не трактовать панику как смертельную и научиться не трактовать расстояние от дома как угроза. Чтобы научиться этому навыку, нужно овладеть главным навыком – это практика. А практика в данном случае возникает именно в системном контакте с вегетатикой и паникой вдали от дома и одному. Вот так это выглядит. Это все. И вот здесь начинается профессионально-мотивационная часть. Потому что вы не сможете доказать своему головному мозгу, что паника не убьет вас, и она проживаема, пока вы не будете выполнять упражнения провокация, усиление и доводить панику максимально до пика, проживая ее так или иначе в разных уголках вашего города. Понимаете, да, о чем я? То есть просто вот эти кнопочные невротики, которые хотят справиться с тревожно-фобическим расстройством просто посредством просмотра YouTube, причем вам еще надо скинуть копию, желательно в назначенный час, и еще, значит, скинуть им две пиццы с моцареллой желательно, и сырную пиццу, и большую банку, бутылку Кока-Колы. И они соизволят, значит, посмотреть, и, может быть, даже соизволят что-то там подумать. Но как только им надо будет выйти из дома, они испытают первую тревогу, они сразу скажут, нет, что-то не работает, пойду-ка я обратно. И вот здесь возникает самая такая главная проблема. Проблема эта именно заключается в том, что именно системный, я бы сказал, даже постоянный контакт с паникой и будет основой вашей терапии именно панических атак. Потому что паническая атака работает только тогда, когда вы ее избегаете. Записываем вместе со мной. Паника преследует только тех, продолжите фразу, я пока запишу. Ну, я уже выложил. И избегает. Вот вам весь секрет. Это все. Паника преследует, только преследует, только тех, кто ее боится и избегает. Все. То есть, по большому счету, это все, что вам надо понимать. Дальше останется только чисто технологическое действие. Доказать себе, что паника безопасна, можно только на практике. Вы не сможете доказать своему мозгу, что паника безопасна, не прожив ее максимально сильно. Причем еще это надо хотеть. Но сейчас не об этом, окей? Кому нужны упражнения для панической атаки? Есть отдельное видео бесплатно по упражнениям для паники и агорафобии на канале Невроза Мегаполиса. Сейчас не будем на это тратить время, потому что у нас еще очень-очень много симптомов и очень много технологий. Хорошо? Значит, кому нужно, посмотрите эти упражнения отдельно на YouTube. На канале Невроза Мегаполиса есть упражнение 33, провокация и так далее. То есть паника абсолютно безопасна, это просто привычка пугать себя и избегать. Понимаете, да? Вегетатика, Рома, у вас дома не шалит, у вас все в порядке с вегетатикой. Посмотрите первую часть вебинара еще раз. Вот этот момент, он очень и очень важен. Вы, к сожалению, вы что считаете, что у вас дома вот вегетатика-то шалит? Вы что делали первый
первую часть вебинара, а, соответственно, вот Рома и девушка. У вас не шалит вегетатика дома. Дома шалите вы, создавая определенный эмоциональный фон. Потому что посмотрите, с кем вы живете, посмотрите, с кем вы существуете. Вот и все. И до тех пор, Рома, пока вы будете тупить под названием «У меня шалит вегетатика дома», вы не справитесь. И как только вы скажете себе «У меня дома поднимаются эмоции, потому что я живу среди этих людей и, скажем так, я слишком эмоционально дистрессирую себя своей реакцией по поводу тех, с кем я существую». Вот это будет правильно. По поводу «вернулись», вот опять же, тоже есть большое непонимание. Панические атаки – это не тараканы, которые вернулись, которых морили. Панические атаки – это не какая-то… Вот видите, Марина, если вы пишете, что у вас вернулись панические атаки, то, к сожалению, вы плохо усвоили вообще природу панических атак, и поэтому, ну, естественно, понятно, почему вы испытываете опять эти паники. Опять же, повторюсь, панику испытывают только те, кто ее боятся, и те, кто ее не понял. Ну, Марина, вы можете сейчас испугаться, соответственно, вашей стены? Ну, вы можете испугаться вашей стены, на которой вы, например, смотрите сейчас? Не можете. Почему вы не можете испугаться вашей стены, Марина? Вы не можете испугаться вашей стены только лишь потому, что вы не видите в стене угрозы. Согласны? Вот так же с панической атакой. Давайте сразу туда вернемся, перепрыгнем к вопросу о рецидиве. Да? У кого могут возникнуть опять панические атаки спустя там какое-то время? Они могут возникнуть спустя какое-то время только у тех, кто не доработал концепцию того, что он не доказал себе, что они безопасны. Вот у меня были панические атаки в 2006 году. Вот прибавляете, сколько сегодня? 17-й год. 11 лет прошло. 11 лет прошло. У меня не было ни одного рецидива панической атаки. Вопрос, почему? Почему за 11 лет у меня не было ни одного рецидива, ни одной паники? Я что, какой-то волшебный? У меня эти тараканы, что ли, не бегают? Но если панические атаки – это тараканы, почему они ко мне не вернулись, а к вам вернулись? Проработал – это очень примитивное слово. Вот «не боишься» – более правильно. Еще раз спасибо. Повторяю и… Поймите грамотно, голову только включите, пожалуйста. Панические атаки не могут вернуться. Вы либо себя пугаете, вы либо себя не пугаете. То есть люди, которые какой-то частью мозга верят, что паника – это опасно, и только бы этого не было, 100% их получит рецидив. Люди, которые не хотят панической атаки, 100% получит их в рецидив. Согласны со мной? То есть, если вы возьмете сейчас всех людей, у которых так или иначе были рецидивы паник, через полгода, через год, через два, они вам 100% скажут, что на самом деле они не хотели бы, чтобы они были. Они не хотели бы сталкиваться с этим. Они как бы говорят, ну, главное, чтобы не вернулось. Вот и все. Поэтому вот так работает принцип рецидива. Если вы действительно поняли, что панические атаки абсолютно безопасны, если вы действительно поняли, что панические атаки абсолютно никакого угрожающего фактора вам не несут, если вы действительно поняли, что в этом нету никакой угрозы и патологии, ничего к вам не вернется. И даже если вы
попадете в жизненную ситуацию, где у вас опять поднимется напряжение, потому что мы сегодня вот объясняли, как это бывает, вы никогда не испугаетесь больше никогда. То есть тот человек, который грамотно себе сможет объяснить и грамотно может на уровне вот уже интеллекта себе это понять, он никогда больше не запаникует. А если запаникует, то это будет очень удивительный вопрос, зачем? Но я не знаю таких людей. Те люди, кто запаникуют, те, значит, не все еще верят, что панические атаки опасны. Отлично, идем дальше. Так. Есть один такой вот момент по поводу тахикардии экстрасистол. Он часто фигурирует у меня в вопросах, да, именно по поводу тахикардии, именно по поводу экстрасистол. Это такой локальная такая просьба многих наших зрителей ответить на этот вопрос. Значит, поясняю и попробуйте это запомнить. Многие клиенты начинают, когда у них актуализируется сильная тревога, они начинают прислушиваться к организму, помните, исходя из начала вебинара, куда-то сливать напряжение, да, куда-то сливать свой страх, который актуализировался. И они начинают очень сильно цепляться за физиологию или за какие-то предметы вокруг, или за людей. Таким образом формируется компульсивное такое сливание некого страха. А вдруг я это, а вдруг это то, а вдруг нога, а вдруг рука, а вдруг голова, а вдруг это, а вдруг то, ну и так далее и тому подобное, да. Соответственно, здесь надо понимать. Понимать что? Понимать надо то, что многие клиенты считают от плохого уровня образования, да, что тахикардия 110, 120, 130 в невротическом состоянии – это какая-то патология. Значит, объясняю. Тахикардия никогда не была и не является патологией в невротическом расстройстве. Тахикардия – это обычное, естественное явление физиологии при нагрузке. Нагрузка бывает как физическая, так и моральная. То есть, если вы у меня бежите по беговой дорожке, и у вас пульс 170, это абсолютно нормальный пульс для определенного уровня нагрузки. Пульс в организме физиологии человека рассчитывается по формуле 220 минус возраст. И дальше отнимается процентаж в зависимости от той тренировки, которую вы хотите тренировать. Пишу я вам сюда. 220 минус возраст и минус 20%. Мы, в принципе, обычно вот так рассчитываем пульс наших клиентов. Например, если вы пришли ко мне в спортзал и вы просто хотите, скажем так, тренироваться, то ваш максимальный пульс, выше которого я просто не пойду в тренировки, это 220 минус возраст, минус 20%. Ну вот посчитайте, какая верхняя граница обычного рабочего пульса у вас. Ну, если вы 30-летний человек, это 190 минус 20%. 190 минус 20% – это где-то 160 примерно, да? То есть 160 – это некая средняя цифра, которая, естественно, будет для вашей физиологии, выше которой просто мы не будем особо сильно подниматься, не потому что это вас убьет, а потому что просто есть некие правила, да, общего фитнеса оздоровительного такого, да, не выше этой формулы. Если вы ко мне придете со словами «я хочу повышать», скажем так, толерантность к нагрузке, например, у многих невротиков, у клиентов, у них очень низкая толерантность к нагрузке. Они только встали на дорожку, у них уже сердце частит там 130, 140, 150, да? Это показатель растренированности, который тоже можно восстанавливать. Мы делаем следующим образом. Мы ставим такого человека на дорожку, он растренирован, и он у нас ходит весьма спокойно, пытаясь этот пульс в процессе легкой ходьбы и спокойным дыханием немного восстановить, наоборот, с повышенного где-то там на 125, на 128.
И потом мы будем потихонечку делать так, что он уже встает на дорожку и плавно повышается пульс до 130. Потом мы будем поднимать потихонечку время, потом мы будем поднимать потихонечку интенсивность. И таким образом его сердце со временем укрепит свою функцию и сможет хорошо воспринимать толерантность к нагрузке. Понятно, да? Поэтому, когда наши клиенты, я формулу повторю, когда наши клиенты жалуются на тахикардию, то знаете, минус 20%, то знаете, да? Это исключительно неправильное образование, потому что тревожный невротик считает, что почему-то у них есть такое убеждение, что сердце должно биться 60-90. Почему-то у невротиков есть такая идея, они ее где-то вычитали, вот. Но не забывайте, что пульс 60-90 – это некий средний функциональный пульс при очень малой активности, как эмоциональной, так и физической. Вот, поэтому имейте это в виду. Такой еще один есть момент со словами: у меня тахикардия, когда я только проснулась. Да, бывает такой в невротических расстройствах проблема, потому что когда вы просыпаетесь утром в состоянии дистресса по вопросу мужа, жены, детей, денег, состояние здоровья, например, где вы зафиксировались уже на состоянии здоровья, то есть у вас первоначальная проблема с мужем, с детьми, с женой, с ребенком, бла-бла-бла, она утонула чуть-чуть уже вниз, эта проблема, и вы на первый план взяли проблему с симптоматикой, проблему с якобы проблемой с сердцем, и вы утром просыпаетесь, и вы уже повышенно тревожны, потому что это показатель как раз дистресса. Вот у нас в профессиональном спорте утром измеряется пульс. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, кто знает, для чего профессиональные спортсмены измеряют пульс по утрам, пока они еще не встали с кровати. Вот он проснулся, да, глаза открыл и положил руку на пульс, отсчитал там 15 секунд, пульс в покое. Почему? Совершенно верно, Артём. Таким образом, профессиональные спортсмены смотрят, как они восстанавливаются, да? То есть, если у профессионального спортсмена пульс в покое с утра выходит за определенную рамку, это говорит о том, что нагрузка в спортзале выше его физиологических способностей к хорошему восстановлению. Если его пульс в рамках нормы, значит, он восстанавливается хорошо. Поняли, да? То есть отсюда пишем и запоминаем: повышенный пульс в покое или повышенный пульс утром – это, скорее всего, показатель о наличии хронического дистресса, либо хронической переутомляемости, либо от спорта, но в вашем случае, конечно же, это от эмоционального постоянного гона. Понятно, да? Это никакой лечить особо сильно, это не патология, которой надо бросаться к кардиологии. Это просто вам лишний маячок о том, что вы стрессируете себя, что вы в дистрессе находитесь. Вот и все. А вот если у вас тревога поднимается утром, то, скорее всего, эта тревога связана исключительно с именно беспокойством за предстоящий день. Я бы так сказал. Понимаете, да? То есть, если у вас пульс утром в покое, грубо говоря, высокий, это может говорить о состоянии хронического дистресса. Если мы сейчас убираем кардиологию, патологию именно кардиологии, да, мы можем говорить о том, что это переутомление. Если у вас тревога актуализируется прямо с утра, то это может говорить о том, что вы тревожитесь уже заранее, ожидая этот день. Почему вы можете тревожиться заранее, ожидая этот день? Потому что либо вы заранее ожидаете проблем с самочувствием, о которых вы постоянно думаете, будет сегодня паническая атака или не будет, как я сегодня буду себя чувствовать, будет паническая атака или не будет, а я сегодня умру, а я сегодня точно не умру, а вдруг меня накроет сегодня. Тогда, естественно, вы проснетесь уже в состоянии тревоги. Ну или, соответственно, вам надо ехать на работу, где вы вообще уже ее видеть не хотите, где вы уже не хотите туда ехать, вам там плохо,
да, вам там тяжело, и вы уже испытываете дистресс, школа, институт, безусловно, да, и вы уже испытываете дистресс, поэтому многие наши клиенты говорят, меня кроет прямо с утра. Вас не кроет с утра, давайте уже образованно говорить, да, вы начинаете просто-напросто интерпретировать заранее те события, которые вас впереди ожидают. Значит, идем дальше. По поводу экстрасистол. Значит, в кардиологии есть такой феномен, и очень важный феномен, он называется экстрасистолия. Суть заключается в том, что систола – это сокращение сердца, сокращение или удар, еще это можно так назвать, да? Ну, и систола – это сокращаемость, да, систолический объем, систолический выброс – это все объем крови, который может быть выброшен за одно сокращение, и систолический выброс – это сила и так далее. Соответственно, есть экстра. Экстра в переводе – это дополнение или сверх. Соответственно, суть экстрасистолии заключается в дословном переводе сверх или дополнительные систола. Это не какой-то там феномен вау, это всего лишь навсего дополнительный удар сердца в середине двух основных ударов ритма. Например, идет ритм бам-бам, и между бам-бам есть еще одна дополнительная систола, за которой идет компенсаторная пауза. Потому что сердце вынуждено сделать компенсаторную паузу, потому что был дополнительный удар, и одну паузу нужно, как бы, как сказать, одну паузу нужно выдержать ровно на один удар, да? Соответственно, экстрасистолия – это всегда дополнительная систола и компенсаторная пауза. Вот именно эти два момента являются понятием экстрасистола. Дополнительная систола, компенсаторная пауза. Дополнительная систола, компенсаторная пауза. Проблема в том, что проблемы здесь нет. Суть заключается в том, что дополнительные систолы с компенсаторной паузы, как правило, до нескольких сотен в день абсолютная норма физиологии человеческого сердца. Почему? Потому что вообще, как иннервируется сердце, вы не врачи, но я вам так очень популярно попытаюсь объяснить. Сердце иннервируется определенными корешками, отростками нервов, да? И суть заключается в том, что есть две патологии. Есть патология, где нерв проходит ближе положенного на несколько миллиметров, например, да? И таким образом сердце может как бы реполяризировать определенные импульсы, и таким образом возникает патология, которая диагностируется достаточно в раннем возрасте. Она называется пароксизмальная тахикардия. Это особенность анатомии, где пульс, как правило, выходит за 220. Суть заключается в том, что именно особенность анатомии сердца связана с этим. Данное заболевание именно проводимости лечится достаточно успешно в виде абляции, прижигания или установки водителя ритма, и проблема, в принципе, решается. У меня есть несколько знакомых, у которых нету никаких неврозов, но у них вот изначально нерв проходит ближе положенного, и этот нерв прижигается, либо ставится водитель ритма. В неврозологии многие невротики путают с этим. Им кажется, что их сердце может сорваться с ритма и улететь в какие-то дали. Значит, рассказываю. Сердце не может сорваться с ритма и улететь в какие-то пароксизмы и взорваться. Да, потеряв ритм, сорваться с ритма и остановиться. Значит, сердце может выдерживать ровно столько, сколько организм может ему дать. Давайте это запомним. Давайте вообще это запомним. Сердце может выдерживать ровно столько, сколько организм может ему дать до момента серьезных старческих патологий. Понятно всем?
То есть сердце не может задать себе такой ритм, который не сможет выдержать. Сердце не может задать себе такое давление, которое не может выдержать. То есть у организма нету в генокоде создания такого давления или такого объема адреналина, который он не выдержит. Окей? Окей. Соответственно, здесь нужно понимать, что экстрасистолы часто усиливаются в момент дистресса. Все это помнят, да? Я надеюсь. То, о чем мы сегодня говорили. То есть, когда у человека возникает сильный дистресс, когда у человека возникает сильнейшее напряжение, когда у человека возникает сильнейшее внутреннее состояние тревоги, у него вся высшая нервная деятельность, что? Давайте подумаем. У него вся высшая нервная деятельность пребывает в чем? В каком состоянии? Вот вся высшая нервная деятельность. В напряжении. Совершенно верно. Именно это дополнительное напряжение и дополнительно реполяризует сердце. И по большому счету и возникает та история, где вы усиленно испытываете экстрасистолы. Здесь возникает еще одна проблема. Она заключается в том, что люди начинают этого пугаться. Особенно, когда человек находится в тревожном состоянии, он начинает ощущать эти удары и перебои в сердце, и он думает, что это явный признак скорой остановки сердца, это явный признак скорой смерти, и его тревога еще больше увеличивается. Как это лечить? Объясняю. Нет там никакого сужения сосудов. Объясняю, давайте, как это лечить, рассказываю. Значит, суть заключается в чем? В том, что первое, давайте это со мной опять запишем, да, чтобы вы запоминали. Первое, не считать экстрасистолы опасными для жизни. Это главное, что вам надо запомнить, чтобы они закончились. Я хочу, чтобы вы это прямо очень запомнили. То есть экстрасистолы будут усиливаться при тревожности за них. То есть чем больше вы боитесь экстрасистол, тем выше вы создаете напряжение. Это и есть кардиофобия. Чем выше напряжение, тем выше тахикардия и экстрасистолы. Вот вам и простой ответ, почему сердце никак не может успокоиться. И почему экстрасистолы постоянно вас преследуют. Потому что вы постоянно об этом думаете. Вы постоянно тревожитесь, что экстрасистолы способны остановить сердце. А тахикардия способна его разорвать. И вы начинаете постоянно об этом думать, вы начинаете постоянно об этом как бы сомневаться, да, вы начинаете как бы, как вам сказать, постоянно думать о том, ну, когда же, а вдруг сегодня, а какой сегодня ритм, а сейчас какой ритм, а что с этим ритмом, ну и так далее, да. Отсюда вывод, вы должны научиться себе жестко объяснять, что экстрасистолы не требуют, пишем вместе со мной, моего внимания. Вот это попробуйте запомнить, пожалуйста, да, что если у вас какой-то удар компенсаторный в груди, экстрасистолы, тахикардия не требует моего внимания. Вот это очень важно. Экстрасистолы не требуют моего внимание. Вот если вы это запомните, я вам гарантирую, что вам станет легче, ну, процентов на 70 как минимум. Потому что как только вы перестанете уделять внимание тахикардии и экстрасистолам, они куда-то станут уходить. А до тех пор, пока вы верите, что экстрасистола и тахикардия опасна, и она особо должна купироваться, да, оно будет преследовать. Поэтому
Отсутствие внимания к экстрасистолам и тахикардии может быть обусловлено только отсутствием веры в то, что отсутствие веры в то, что вы понимаете, что тахикардия и экстрасистолы не являются чем-то угрожающим и опасным. Понятно про тахикардию и экстрасистолы? То есть это не является какой-то патологией, это лишь естественное следствие тревожности, которое потом, опять же, формирует повышенную тревожность уже за сами экстрасистолы, основываясь на том, что это опасно якобы. Научите себя объяснять, что это не опасно, научитесь не концентрировать на этом внимание, и экстрасистолы закончатся. Идем дальше. Значит, по поводу кишечника. Часто задают вопросы по поводу кишечника. Значит, вопрос по поводу, что делать, как снимать напряжение. Это где-то прозвучало, да? Как убрать саму причину тахикардии вот в целом, да? Опять же, повторяюсь. Чтобы убрать причину тахикардии в целом, пролапс митрального клапана ничего не усугубляет, это особенность анатомии вашего сердца, но никак не влияет ни на гемодинамику, ни на что. Про пролапс митрального клапана вы можете забыть и жить с ним всю жизнь. Вот и все. Значит, вы можете бояться хоть изнасилования в левую ноздрю с инопланетянами. Вопрос, как не бояться? У меня вопрос, а какой идиот будет этого бояться, если это безопасно? Вот у меня к вам такой же встречный вопрос. Вы знаете, как не бояться, например, левого носка? Я вам задаю вопрос. Ну, какой идиот боится, что левый носок ему опасен? Соответственно, вы задайте себе вопрос, а в чем я считаю угрозу-то, собственно говоря? Если я считаю, что левый носок мне угрожает, то как я эту угрозу себе представляю? А потом задумайтесь, а это вообще возможно с точки зрения медицины или с точки зрения логики? Теперь смотрите, чтобы справиться с тахикардией, чтобы справиться с тем напряжением, которое вызывает экстрасистолы, приходите 29 мая на наш тренинг, где я буду 10 занятий, 5 недель учить вас работать над эмоциями. Это длительный процесс, который требует обучения. Понятно? Дальше, по поводу кишечника. Очень часто наши клиенты испытывают такую проблему, как позывы в туалет. По маленькому, по большому. Есть такие ребята? Я думаю, что есть. Вообще, опять же, как и тахикардия, спасибо, я понял, что есть. Угу. Как и экстрасистолы, позывы в туалет ввиду кишечника или мочевого пузыря являются нормальным, в нормальной физиологии, да? То есть ненормальной физиологии это не хотеть в туалет, а вот хотеть в туалет это нормальная физиология. Проблема неврозологии здесь заключается в том, что невротик или человек, находящийся длительно в дистрессе, испытывает постоянную внутреннюю тревогу. Кишечник очень тонко иннервируется вегетативной нервной системой и также тонко откликается на определенный уровень дистресса, как вы помните, да? Соответственно, запоминайте, когда, пишем вместе со мной, чем выше уровень дистресса, поясню в кавычках, это способность себя пугать или себе накручивать или трактовать события в жизни как неразрешимые, ну и так далее, окей, что такое дистресс. То есть, чем выше уровень дистресса, способность себя пугать, себе накручивать, трактовать, тем выше уровень вегетатики. Помним, да, этот момент? Вегетатики. Okay. Вот. Есть. А кишечник
Если мы сейчас не берем, что вы отравились, и что вы там у вас дисбактериоз ввиду приема антибиотиков или еще что-то, да, кишечник тонко реагирует на уровень дистресса. Имейте, пожалуйста, это в виду. Также тонко реагирует сердце. Также тонко реагирует кожа. Но еще органы, мы сейчас не будем об этом говорить. Окей, пока что, а то запутаетесь. Итак, когда вы в уровне дистресса, ваша тахикардия, экстрасистолы повышаются. Когда вы в высоком уровне дистресса, ваш кишечник и ваша моторика, перистальтика кишечника нарушается. Когда вы в высоком уровне дистресса, ваша кожа тоже может давать дисфункции. Именно отсюда есть понятие функциональные неврозы. И психосоматика потом уже пошла оттуда же дальше. Теперь смотрите. Понос. Ну, как сказать? Давайте понос. Нет. Диарея. Что это? Понос-то. Понос. Диарея, конечно же. Диарея. Это функциональное, временное состояние, основанное на тревожности. Если вы вспомните, в какие периоды у вас обостряется именно по факту диарея, она обостряется, мы сейчас не берем отравление, окей? Она обостряется тогда, когда у вас поднимается внутренний уровень дистресса. Например, экзамены или стресса. Да? Экзамены испугали. Летите на самолете и очень сильно боитесь. Это стресс, да? Создаете себе сами стресс, хотя сам полет на самолете не является стрессом вообще. Это очень комфортно. Соответственно, чем выше уровень стресса и дистресса, тем больше вероятности, что ваш кишечник даст определенную функцию. Теперь давайте кое-что запишем. Не у всех невротиков кишечник пробивает на диарею. Согласны? Значит, почему? Потому что диарея это, ну, именно из-за тревоги, да, особенность именно вашего кишечника. То есть не у всех тревожно-фобических невротиков частые, простите, поносы. Есть невротики, у которых вообще сердце и все остальное вообще никак не откликается. А вот понос хоть клапан закрывай, там, понимаешь, пробкой. Есть наоборот, те, у которых только кишечник, сердце вообще хорошо. Понятно, да? Этот момент, он очень важен понимать, что не у всех кишечник и не у всех там все остальное. Понятно, да? Всем это ясно. И это хорошо. Это хорошо. Если несколько лет, значит, вы несколько лет находитесь в серьезном дистрессе, невротическом расстройстве. Приходите с 29 мая на мой третий поток, третий сезон, я постараюсь сделать для вас все возможное. Соответственно, что мы делаем? По поводу кишечника. Первое, что вам надо понимать, что это естественное состояние при тревоге. Это первое, чтобы вы не считали, что это какая-то патология, прям патологская, да? Второе. Не нужно считать, что вы не дойдете до туалета. Это тоже очень важно, потому что здесь может формироваться страх на основе ОКР, да? Страх это заключается в чем? Страх заключается в том, что вы можете бояться, что на основе социофобии в том числе, что вы не добежите до туалета и что-то произойдет. И так формируется избегание. Я избегаю ходить одна по улице, потому что я могу заходить в туалет. Алгоритм здесь будет выглядеть очень простой. Социальная тревога. Теперь смотрите потом, что возникает. Вегетатика. То есть сначала девочка сидела дома и говорила: ой, как бы всем понравиться на улице, как бы не опозориться на улице, только бы обо мне не подумали, что я плохая. От этого у нее возникает социальная тревога, потом возникает, естественно, вегетатика. Затем вегетатика соматизирует кишечник,
И она говорит: черт, сейчас не добегу. Так, считает это позором, пугается, добегает, радуется, и потом возникает следующее. Больше такого не хочу, а то не успею. Мне повезло. И так формируется концепция избегания. То есть она на самом деле посчитала, что ей повезло, что она добежала до туалета. Ей повезло, что она, значит, успела. И в следующий раз она обязательно обделается в штаны и не добежит. Это основа ОКР, да, в этом смысле это основа тревожности, потому что она взяла свой несчастный кишечник, который, конечно же, выдержит и, конечно же, какой проблемы не будет. Но проблема в том, что силу диареи тут определяет сила ее тревоги за диарею. Кто-нибудь понимает, что я говорю? То есть, пишем вместе со мной. Чем сильнее ты не хочешь поноса, тем больше он будет. Можете это прокомментировать? Поняли, да, все? Понимаете? Чем сильнее ты избегаешь диареи, тем сильнее ты будешь ее испытывать. Потому что избегание диареи дает тревогу, а тревога дает диарею. Ну, такая логика вам понятна? Вот так просто, если объяснять. Вопрос. Откуда возникает избегание диареи? Ответ. Избегание диареи идет из трактовки стыда и позора. Согласны? Она же не просто так стала избегать диареи. Она начала себе говорить: если я обделаюсь в штаны, весь дом, весь район, весь офис подумает обо мне так-то, и это стыдно, и позор, и катастрофа. Только бы этого не было. Вот именно работа со стыдом и с позором, собственно говоря, и будет здесь прорабатываться. То же самое касается перистальтики. Что такое перистальтика, знаете? Перистальтика. Это бурление. Ну, перистальтика – это сокращение, да, там, и движение гладкой мускулатуры. Но вам по-простому – это бурление в животе. Многие наши клиенты, ну, ко мне в частности, обращаются со страхом, что услышат. Синдром раздраженного кишечника – это обобщенный синдром. Я сейчас говорю локально. А обращаются ко мне что со страхом, что меня услышат. Услышит мою перистальтику, услышит, как он бурлит, да, услышит, как он там вот это вот, да, вот эта вся хрень. Это возникает по той же самой причине. Смотрите, как это выглядит. Я так сильно не допускаю, что услышит. Затем я так сильно об этом тревожусь, от этого возникает бурление. Потом я его стесняюсь и избегаю. Вот так это выглядит. Как бы не было это забавным и смешным. Сначала вы так сильно не хотите, не допускаю, что услышит. Вот только бы не было, только бы не было, только бы не было, только бы не было, только бы не было. От этого вы сильно тревожитесь. А от этой тревоги возникает, собственно говоря, вся эта хрень. А потом говорите: ну вот опять началось, ты подумай. Поэтому опять же вывод.
чем сильнее я не хочу бурления, тем больше оно будет. Ребят, я надеюсь, всем вот эта простая методологическая логика заходит сейчас в голову. Ну, я надеюсь. Заходит? Хорошо. Вот по такому кругу вы и бегаете. По большому-то счету. Гастрит – это воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может быть связано либо с погрешностью в питании, либо в многих других факторах, в том числе и эмоциональных, но опять же здесь много профессиональных нюансов. Сейчас мы про гастрит не будем. Окей? Запор тоже является дисфункцией, но он не несет социальной нагрузки. Запор – это в большей степени дисфункция, указывающая либо на проблему в кишечнике соматического характера и язву уж тем более, либо запор указывает на то, что у человека все-таки есть вот этот вот затяжной дистресс, да, который на основе эмоций создан, и ему требуется именно работа с эмоциональным состоянием, потому что дисфункция может быть как в понос, так и в запор. То есть кишечник может воду отдавать, а может воду всасывать. Когда кишечник отдает воду, это диарея, когда кишечник всасывает воду, это запоры. Поэтому, в принципе, запоры реже встречаются в невротических расстройствах, чаще, наоборот, дисфункции, потому что это тревога. А запоры, скорее, это уже большая история про затяжную эмоциональное расстройство, которое тоже требует коррекции. Приходите с 29 мая, будем подробно все над этим корпеть и работать. Язва – это уже психосоматическое повреждение, которое, опять же, связано либо с погрешностью в питании, либо с генетически наследованным фактором, либо с затяжным длительным внутренним дистрессом при наличии сопутствующих наследственных отягощенностей. Много аспектов про язву, поэтому сейчас говорить не будем. Идем дальше. Ком в горле. Ребят, всем понятно, да, чем мы тут сегодня занимаемся? Ну что, ну, как бы заходит информация? И я стараюсь детально и исчерпывающе ответить на такие самые реперные важные моменты. Поехали дальше. Ребят, мы не сможем за 2,5-3 часа всю медицинскую энциклопедию. Приходите с 29-го, я там 5 недель, 10 занятий, мы будем очень глубоко изучать. Только я буду не про симптомы на третьем сезоне. Я буду на третьем сезоне именно про саму психотерапию. Как надо действовать и как мы будем менять наше мышление. Не забудьте, что у нас в конце сегодняшнего вебинара розыгрыш бесплатного участия. Итак, идем дальше. Ком в горле. Алексей, будут ли скидки? На сезон на третий скидки. Вы что, хотите скидки на третий сезон? Хотим. Еще бы, блин. Но стоит первый блок 4500 без копии и без архива, с копиями занятий на время обучения с архивом 5700, с копией участием и двумя скайп-консультациями 16. Ребят, давайте тогда сделаем так. Вас 400 человек, ну плюс еще вы будете смотреть в копии. Я думаю, что мы сделаем, но только сделаем на пару дней. Давайте мы сделаем на пару дней вам, как и в прошлый раз, только для тех, кто смотрит онлайн, или только для тех, кто будет смотреть в копии этот вебинар, да,
Давайте сделаем такую стоимость. Давайте сделаем 4000 второй блок до 4000 участия в третьем сезоне. 4000 рублей участия в третьем сезоне до понедельника. Значит, я думаю, что это ниже уже некуда, если честно. Если вы действительно хотите и изучать когнитивную терапию, хотите справиться, ну, давайте сделаем вот так. 4000 рублей до понедельника. Антон вам тогда сейчас все пришлет на почту. Проверяйте почту тогда. Ну, не сейчас, чуть попозже, ладно? Значит, по поводу... копию сделает он на сайте вам дополнительно. Не копию, а скидку. То есть будет сайт дополнительный, где вы сможете в течение 2 дней приобрести, только те, кто слушали этот вебинар или смотрели его в копии, вы сможете именно приобрести участие в третьем сезоне за большую скидку до конца воскресенья, не больше. Хорошо? Все, идем дальше. Ладно, приняли, сделаем. Так, ком в горле. Смотрите, что надо понимать. Дыхание, как и тахикардия, так и кишечник, является тем же функциональным состоянием. В ряде неврозов, в ряде тревоги действительно может быть ощущение кома в горле. Действительно может быть ощущение нехватки воздуха. Действительно может быть ощущение напряжения в горле. Все это, опять же, связано с эмоциональным состоянием. Пугаться здесь не нужно. Конечно же, мы, как и обычно, проходим эмоционально, проходим, проходим обследование, мы проходим функцию дыхания, мы смотрим, исключаем дебют бронхиальной астмы и так далее. Да, соответственно, этот момент, он очень важный. Если у вас есть так называемый невротический ком в горле и сложности с полным вдохом, и врачи не находят проблемы именно органической патологии, то принято считать, и в моей практике принято считать, что это проблемы как раз того самого затяжного длительного дистресса, да, который вы сами себе учудили. Я могу вам подсказочку дать, хотите, из терапии, что очень часто ком в горле и очень часто именно напряжение с дыханием связано с метафорой некоторой внутренней несвободы. То есть очень часто именно дыхание, комы в горлах – это метафора у тех пациентов, которые интерпретируют свою жизнь как загнанную в угол зверь, которые интерпретируют свою жизнь как в клетке, которые интерпретируют свою жизнь как безвыходность, которые интерпретируют свою жизнь как невозможность дышать полной грудью. Да, именно такое некая несвобода. Эта несвобода обычно в терапии проявляется либо гиперактивностью подавляющей матери, когда мать вмешивается в дела дочери и постоянно давит и давит и давит. Либо это постоянная какая-то, знаете, готовка, уборка, готовка, уборка. Рутина такая, где ты ощущаешь себя как в тюрьме. Либо это слишком ревнивый муж, который постоянно тебя контролирует, и которые постоянно тебя держат в таком напряжении. В общем, так или иначе, муж ревнивый, постоянное вмешательство в вашу жизнь матери дает интерпретацию того, что вы находитесь в состоянии загнанного в угол зверя, и все это может давать и тахикардию, ком в горле, и напряжение, и тревогу. Это и есть тот самый дистресс, о котором я вам рассказывал.
Если вы зададите вопрос, как с этим справиться, здесь надо, вот сейчас вы это осознали, это хорошо, но здесь надо понимать, что все зависит от вашей трактовки. И именно трактовки поведения матери и трактовки отношения ко многим обстоятельствам. Именно этим занимается психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия в частности. Вот вам предоставлена возможность прийти за очень доступные деньги на 5-недельный обучающий курс. И я думаю, что те, кто хотят, те прекрасно смогут научиться за эти 5 недель не эмоционировать так, чтобы это вас соматизировало сильно. Потому что по последней статистике первого потока, второго сезона, сейчас уже третьего, среднее напряжение за 5 недель, это не касается именно паники, средняя общая тревожность теряется где-то на 50-60% в целом напряжение, а то и больше. Есть там люди, которые фигурируют 30-35, но в целом это 50-60. Вот так примерно это выглядит. Четвертый сезон будет позже. Я буду в отпуске, поэтому третий сезон завершающий в ближайшее время. И я вам рекомендую воспользоваться возможностью за 4000 рублей прийти на последнее обучение. Вот. Маму не изменишь, но мы можем изменить свое отношение к маме и многие другие вещи. Я вам покажу, как это делается. Ну, а 30 числа по комплексу неполноценности отдельно. Давайте дальше. По поводу кома в горле. Понятно, да, метафора? Вам скинут на почту, и скину вам чуть позже сайт. На сайте, скорее всего, это будет сайт... Какой это будет сайт? Это будет... Сейчас я скажу... Сейчас, ребят, давайте тогда чуть паузу сделаем, я чуть передохну. Да. Вот на этом сайте можно будет... Давайте я вам напишу. Минуточку, пожалуйста. Минуточку. Но мест хватит, потому что... 4000 это с копиями, да. Я думаю, что вот на этом сайте будет... online.rf, да? online.rf slash... Я думаю, что на этом сайте можно смотреть. Тем, кто оплатил 5700, я не думаю, что вы сильно расстроитесь. 4000 это больше вот для людей, которые, ну, понимаешь, которые из-за 1700 рублей, они как бы не могут прийти, да? Вот. Вот поэтому я не думаю, что вы сильно расстроитесь. Это больше сделано именно для тех, кто нуждается в работе. Потому что третий сезон будет заключительный, заключающий. И я хотел бы, чтобы ну, те, кто не пришел на второй сезон и не ждали четвертый. Поэтому смотрите, работает ли ссылка. Вот такую, которую я скинул, она работает? Работает. Ну, все. Вы тогда себе там сохраните этот сайт, и там будет активная кнопка, и на почту мы вам попозже скинем напоминалку о том, что все участники этого вебинара имеют возможность оплатить со скидкой. Больше скидок не будет. Все. И это будет только до конца воскресенья, имейте это в виду. Хорошо? Итак, идем дальше. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Потом. Фибромиалгия. Значит, понятно, да, что ком в горле не требует операции, ком в горле не требует никакой проблемы решения. Он требует исключительно момента, связанного с диагностикой щитовидной железы, и он требует момента, исключительно связанного с эмоциональной коррекцией.
Теперь по поводу такого феномена, как фибромиалгия. Поднимите руки, пожалуйста, кто знает, что такое фибромиалгия. Я столкнулся с этим феноменом несколько лет назад, и я не знал об этом ничего. Это было новое, оно, видите, как вы видите, не все невротики в курсе. Это очень новая такая штука, которая, видите, не все знают даже. Это, давайте я понял, окей, спасибо. Давайте я вам объясню, чтобы вы понимали. Есть ряд пациентов, как правило, достаточно пожилого возраста, как правило, достаточно уже длительно страдающих невротическими расстройствами. Суть заключается в том, что от длительного эмоционального расстройства, формирующего сильное напряжение, напряжение выходит в мышцы, напряжение выходит в тело. И формирует очень сильный мышечный тонус. И когда это все затягивается на много-много лет, а то и на десятилетия, поэтому фибромиалгия, как правило, поражает людей в каком возрасте, да? Людей в старческом возрасте. Ну, уже ближе к после 50. Нет, это не кости. Вот где-то 50-70, верно. И вот это длительное напряжение, оно как раз и формирует что? Место прикрепления скелетных мышц. Место прикрепления скелетных мышц со временем начинает создаваться микронадрывы. Фактически мышечные микронадрывы на связках, на сухожилиях и на самих скелетных мышцах. От напряжения. И человек начинает страдать синдромом, что у него все тело начинает болеть именно ввиду такого сильного длительного напряжения. Что здесь можно об этом сказать? Конечно же, здесь показаны обезболивающие и общие транквилизирующие успокоительные препараты, особенно если это уже человек в возрасте, и он всю жизнь не занимался психотерапией, он всю жизнь хотел проскочить, отдавая ответственность звездам. Ну, например, многие невротики, они любят говорить о том, что ну, у меня ВСД, у меня Меркурий в Венере, погода, я реагирую на погоду, я просто такая. Хотя на самом деле могла бы решиться проблема, достаточно было заняться своим эмоциональным состоянием, подойти к себе более самокритично, самодисциплинированно, и вы бы не довели себя до такого состояния. Поэтому это еще один повод заняться своим эмоциональным состоянием, а не валить на погоду, не валить на мужа, на жену, не валить на наследственность, на ВСД, на здоровье, не валить на сосуды, подойти надо к зеркалу и посмотреть на того человека, кто создает вот это сверхэмоциональное состояние. Поэтому, опять же, приходите заниматься, у вас есть такая возможность. Дальше идем. Остеохондроз. Остеохондроз. Тоже часто задают вопрос по поводу остеохондроза, грыжи, протрузий. Связан ли остеохондроз с ВСД? И если связан, то каким образом? Я уже говорил об этом, но я сейчас для наших зрителей об этом повторюсь. Значит, суть заключается в том, что есть путаница. И такая же путаница у меня следующая написана. Щитовидная железа и ВСД. Гипертиреоз, гипертиреоз и ВСД. Вот давайте сейчас об остеохондрозе и о щитовидке, да. По поводу тошноты. Да, действительно, тошнота и рвота может сопровождать эмоциональные невротические расстройства. Метафора тошноты и рвоты – это «я не хочу усваивать то, что происходит вокруг меня». Если мы говорим о диагностированной невротической рвоте и тошноте, это 100% Ивана история с эмоциями, где человек
слишком отрицательно и, я бы сказал, отвергающе относится к событиям, которые происходят в ее жизни. Она их буквально, ее буквально тошнит от кого-то, ее буквально тошнит от мужа, ее буквально тошнит от начальницы, от работы. И вот этот символизм выходит в тошноту и рвоту. Поэтому, опять же, здесь ваша задача очень внимательно отнестись к этому и заниматься своими эмоциями. Вот вам подарок, пожалуйста, приходите, будем заниматься. Тошнота пройдет, конечно же. Поехали. Остеохондроз, пожалуйста. Остеохондроз и щитовидка. Что здесь можно сказать вам и моим зрителям? Есть профессиональные заблуждения и непрофессиональные ошибки. Прежде всего, давайте разберемся, что такое остеохондроз и что такое болезни щитовидной железы, чтобы вы понимали и сами были немножечко осведомлены, они просто хлопали глазами и говорили «да» всему, что вам напишут в интернете. Благо, пишут сейчас кому ни попадя. И у каждого какая-то собственная концепция, самое же забавное. Значит, я рассказываю вам медицинскую научную историю о том, как работают десятилетиями больницы, врачи, и как это все агрегируется в области психотерапии мира. Значит, что такое остеохондроз? Остеохондроз – это заболевание позвоночника, и прежде всего оно характеризуется дегенеративным изменением хрящей и межпозвоночных дисков. Да? Это прежде всего раздел неврологии и остеопатии. Какие проблемы и что патоэтиологическая причина возникновения остеохондроза? Как правило, принято считать, что основная причина возникновения остеохондроза – это гиподинамия. Гиподинамия – это малая активность человека, сидящий образ жизни, как вот я сижу постоянно за компьютером, и я постоянно сижу немножко сутулившись из-за неправильной осанки или из-за неправильного положения компьютера и так далее. Второе – отсутствие, например, спорта у человека. Ну, я спортом занимаюсь, да, но в большинстве случаев у людей небольшая подвижность. Третье – это наследственный фактор, связанный с какими-то спецификами минерализации, реминерализации костей и костной ткани. Четвертое – это особенность скелетного и костного аппарата. Пятое – это особенность висцеральных артерий. В каналах шейного отдела проходят висцеральные артерии. Помните такой синдром, который называется позвоночной артерией? Вот это про это. Если у вас были травмы позвоночника, шейного отдела, если у вас есть грыжи, протрузии, или ваши межпозвоночные диски стерты, или они смещены, они могут так или иначе давить на корешки, они могут воспаляться, и они могут пережимать некоторые, создавая компрессию висцеральных артерий. Теперь очень важно понимать, что причина остеохондроза к неврозу не имеет никакого отношения. Это исключительно вопросы скелета, это исключительно вопросы спорта, подвижности, минерализации хрящевой ткани, костей и так далее. Понятно? Прекрасно. Далее. Когда воспаляется проблема, когда позвонки давят на корешки, когда меняется гемодинамика ввиду компрессии, возникают определенные синдромы. Так называемый синдром позвоночной артерии, так называемый синдром, болевой синдром шейного остеохондроза – это боль в затылке, в шее, это состояние туманности, отрешенности, это состояние нарушения малого круга кровообращения, проще говоря, нарушенная гемодинамика, когда в шее спазмировано ввиду гиподинамии, ввиду неправильной осанки, может вызывать компрессию трапециевидных мышц, которые, в свою очередь, еще больше спазмируют скелет, еще более сжимают скелет и спазмируют висцеральные артерии, и кровообращение становится еще более сложным, и мозг недополучает кислород,
недополучает глюкозу. И ввиду этого возникает... Вот, Артём, сейчас внимательно меня слушайте. И ввиду этого возникает определенный феномен расфокусировки внимания, возникает феномен рассосредоточенности внимания, возникает феномен отрешенности, возникает феномен как бы потерянности, как будто человек пьяный, он так поворачивается, а у него потом глаза так поворачиваются, понятно, да? Это многие зрители и многие участники интернет-форумов путают и называют дереалом. Это является их базовой ошибкой, потому что они ищут черную кошку совершенно не там, где она даже хотя бы обитала бы. Они взяли обычный остеохондроз, они взяли обычные напряжения трапециевидных мышц, они взяли синдром нарушенной гемодинамики ввиду шеи, ввиду напряжения, увидели этот феномен и посчитали его дереалом, потому что какой-то человек в интернете описал дереал и посчитал, что это так. Понимаете, да? Это первая ошибка, которая часто возникает. Поэтому нарушение гемодинамики головного мозга ввиду напряжения шеи, зажатия артерий, часто путают с дереализацией. Также, когда у нас источаются межпозвоночные диски, могут возникать определенные вегетативные состояния. Например, онемение пальцев, онемение кончиков пальцев, рук, мурашки по затылку, мурашки по спине, да, потливость, холод, жар, состояние полутремора. И горе-врачи могут опять же назвать что-то ВСД и остеохондроз. Но на самом деле это не так. На самом деле это всего лишь навсего симптомы, указывающие на то, что у вас есть синдром воспаленного остеохондроза, обострившегося, где необходимо проколоть диклофенат, например, противовоспалительные препараты, такие как мовалис и так далее, связанные именно с остеопатией, с неврологией, и физиопроцедуры, и исследования шейного отдела, например, перекомпрессии и так далее. Никак остеохондроз с неврозами не пересекается. Это отдельное заболевание, которое просто в своем проявлении многие тревожные невротики как бы подтягивают под симптоматику, пытаясь хоть как-то объяснить, понятно, да, всем свое самочувствие. То есть и вот здесь похожесть и очень схожесть как бы симптомов, она всех и путает. Поэтому если мы говорим о том, что у нас бывает тревожно-фобическое расстройство, оно не отметает наличие остеохондроза или воспалившегося остеохондроза. Оно также не отметает панических атак или их отсутствие. Это вообще разные истории. Просто они перемешиваются, и все. Значит, бытует мнение, что тревожное состояние вызывает компрессию висцеральных артерий из-за сильной тревоги. Да, действительно, это так. Но я вам хочу пояснить один профессиональный аспект. Я бывший бодибилдер и фитнес-человек, и персональный тренер. И я вам могу так сказать, что напряжение работы в спортзале, хорошо развитые трапециевидные мышцы спортсменов гораздо сильнее могут сжимать висцеральные артерии и гораздо сильнее могут сжимать шею. Если вы видели когда-нибудь трапециевидные мышцы борцов или вы видели когда-нибудь трапециевидные мышцы бодибилдеров, то вы представляете, о чем я говорю. Посмотрите на обычного дрища, у которого такой уровень тревоги, что его трапециевидные мышцы чуть ли не разорвали шею. Что за маразм? Понимаете? Поэтому тут момент очень такой спорный. Трапециевидные мышцы, чтобы создать компрессию, им очень сложно развить такое, скажем так, давление на шейный отдел, чтобы зажать так сильно шею. Но это надо иметь очень сильные трапециевидные мышцы, либо, внимание, надо иметь хронический сколиоз, и надо иметь очень сильные проблемы в шее, где малейшее напряжение
уже будет спазмировать мышцы. Да, длительная тревога вызывает подгибание шеи и головы. Чтобы, помните, я говорил о том, что это такой инстинкт, да, когда человек вечно в тревоге, у него поднимаются плечи, и у него опускается голова, чтобы не дали по башке, но это такой природный инстинкт самосохранения, да. Вот здесь возникает напряжение. Безусловно, и трапециевидные мышцы затекают, и они напряжены. Но это напряжение, оно не настолько сильное, чтобы создать огромную компрессию и нарушить гемодинамику. Оно будет являться фактором только тогда, когда у вас уже есть проблемы в шее и уже есть проблемы с гемодинамикой, и это будет лишь фактором. Это по поводу остеохондроза. Остеохондроз лечится отдельно. Лечится он исключительно физиотерапиями, спортом. Его проще, соответственно, не развить, чем вылечить. Да? Здесь не нужно ничего придумывать. Только спорт. Если есть обострившийся остеохондроз, это противовоспалительные препараты, обезболивающие. Если истерт межпозвоночный диск или он зажал висцеральную артерию, это уже неврологи принимают решение, как улучшить гемодинамику. Также невролог может назначить сосудистые препараты. Кстати, вот многим вам назначали сосудистые препараты неврологи. Это вообще никак не связано с неврозом. Потому что если мужчина не может принять решение женщины, помните, мы сегодня говорили, да, о муже, жене, там, любовнице, сосудистые препараты здесь никак не работают в решении его проблемы, понимаете, да? Это очень важно понимать, что когда у человека эмоциональная проблема, его сосудистые препараты вообще никуда не работают. Поэтому невролог, как специалист по скелету, прежде всего, да, он даст вам сосудистые препараты, которые расширят висцеральные артерии, и ваша кровь просто-напросто будет лучше идти к головному мозгу, и вы почувствуете немножечко больше прилив крови, больше прилив глюкозы и кислорода крови. Ничего у вас, невроз так не лечится. Это всего лишь временная подпитка и временное расширение кровотока. Понятно, да? Поэтому остеохондроз и ВСД, и невроз – это вообще никак не пересекается. Это абсолютно разные заболевания, имеющие разную природу. Путаница возникает в том, что когда обостряется остеохондроз, многие путают проявление нарушения малого круга гемодинамики с эмоциональным состоянием. Ровно так же, ребята, вы можете прийти к неврологу с обычным тревожно-фобическим депрессивным неврозом, пожаловаться на состояние отрешенности, да, пожаловаться, сейчас внимательно послушайте меня, пожалуйста, пожаловаться на состояние головокружения, да, пожаловаться на состояние слабости, так? И вы пришли к неврологу, который специализируется на висцеральных артериях и позвоночнике. И первое его предположение, что у вас нарушена гемодинамика, и вам надо попитать сосуды. Поэтому он и будет вам прописывать сосудистые препараты. Но ему невдомёк, что у вас с мужем происходит. Ему невдомёк, что происходит с вашей женой и вашими детьми. Понимаете, да? А ваше происхождение на самом деле эмоциональное. Вы испытываете все ваши симптомы, потому что у вас эмоциональный дистресс, а не вовсе проблема с сосудами, поняли? И вы можете ухерачиться этим диклофенатом, вы можете ухерачиться вашим сосудистыми препаратами, они ничего не решат, потому что диклофенат и сосудистые препараты и тот же самый спорт не решит вопрос ни с женой, ни с мужем и так далее. Дальше идем, значит... Приходите 29 мая, начнем работать с эмоциями. По поводу щитовидки. Значит, по поводу щитовидки. Многие наши клиенты тоже так или иначе... Вот с щитовидкой более сложно. Сейчас вот я хочу, чтобы вы меня послушали внимательно. Пожалуйста. Сейчас, минутку, пожалуйста. Я сейчас заблокирую. Это много, чуть-чуть вопросов. Не успеваю. По поводу щитовидки.
сейчас. Сегодня комната вебинара какая-то, она нестандартная. Может быть, с этим связано, что многие не смогли смотреть онлайн. Значит, по поводу щитовидки. Сложнее. Объясню почему. Значит, есть два заболевания щитовидной железы – гипо и гипертиреоз. Для обывателей объясню просто. Щитовидная железа выделяет тиреоидный гормон. Да, этот гормон, сейчас не будем его разбирать, тироксин там и так далее. Да, это связано с чем? Щитовидная железа, проще говоря, может выделять много гормона или может выделять мало гормона. Вот гипотиреоз – это мало гормонов щитовидной железы. Гипертиреоз – это много гормонов щитовидной железы. И те функциональные отклонения будут давать определенный симптом. Имейте, пожалуйста, это в виду. Значит, здесь как связаны неврозы и болезни щитовидной железы? Примерно так же, как с остеохондрозом, возникает путаница. Слушайте внимательно. Симптомы гипо- и гипертиреоза – это слабость, вялость, сонливость, похудение, рассосредоточение внимания, потеря веса, потеря аппетита, головокружение, астения, бледность, в ряде случаев потери сознания, но редко, перепады настроения, эмоциональные срывы. Ничего не напоминает? Любой эндокринолог, потливость, совершенно верно, спасибо. Любой эндокринолог прекрасно знает жар, верно-верно, знает все эти факторы и знает все эти проявления. Поэтому, когда невротик приходит к человеку именно этого профиля или читает вырванную из контекста жалобы, вырванную из контекста литературу по гипогипертиреозу, он говорит: «О, это мое!» Либо человек без гипогипертиреоза читает: «О, это мое!» Либо невротик, рассказывая про свои невротические проблемы, говорит: «О, это мое!» Так? Так, поэтому вот здесь все ларчик открывается путем дифференциального обследования и диагностики. Если у вас гормоны щитовидной железы находятся в рамках нормы, постарайтесь перестать об этом думать. И понимать, что ваши симптомы могут быть связаны с эмоциональным состоянием исключительно невротического характера. Либо, если вы не проверяли гормоны щитовидной железы, ваши симптомы могут быть связаны не с невротической патологией, а исключительно с прогрессирующим гипотиреозом. Поэтому мы всегда и говорим о том, что гормоны щитовидной железы при определенных астенических явлениях обязательно надо сдать и посмотреть. Все это понятно? Может быть и то, конечно же. Соответственно, это очень важно понимать, потому что многие начинают говорить, что ВСД создает болезнь щитовидной железы. Что за бред? Нет. Когда у вас возникает дисфункция щитовидной железы, на уровне гормональном возникают определенные расстройства биологии. И это никакого отношения к ВСД и неврозу не имеет. Потому что термин ВСД и термин невроз – это термины, которые идут по эмоциональным расстройствам. Они не идут по неврологии и не идут по эндокринологии. Понятно? Сдавать ТТГ, Т4, Т3. Ясно? Если диагностированы выходы за рамки, то вам будет назначено, вам будет назначен тироксин и так далее для того, чтобы корректировать или дополнять функцию щитовидной железы. В ряде случаев при гипотиреозе, в моем случае, в моей практике были такие пациенты, которые начинали принимать препараты йода при гипотиреозе, и на самом деле их самочувствие гораздо улучшалось и без психотерапии. Вот мне подсказывает Роман по поводу тестостерона. Для мужчин тоже с возрастом после 35-40 лет
Пониженный уровень тестостерона тоже дает вегетативную слабость, тоже дает астению. И тоже здесь не обязательно загонять себя в том, что у вас невроз и какое-то личностное расстройство. Здесь можно посмотреть уровень свободного общего тестостерона, который также может отвечать на вопрос, почему я так херово себя чувствую. То есть, прежде чем диагностировать у себя невроз, надо действительно обратиться к стоящему специалисту, который вам сначала действительно расскажет, как оно есть по правде, а не будет притягивать за уши какие-то собственные концепции. Понятно, да, про щитовидку, что похоже. Теперь по поводу бессонницы. Многие спрашивают по поводу бессонницы. Сейчас, ребят, я вижу. Я просто хочу ускориться, потому что у нас... Мы это, так это, выходим за ремиты. Кстати, посмотрите, вам, мне сказали, что вам почту отправили. Но потом посмотрите, вам отправили на почту сайт с ссылкой, это самое, как его, ну, чтобы вы не потеряли, короче. Значит, или смотрите в спаме. Бессонница, значит, все, отвлекитесь, забейте, успеете оплатить, не суетитесь, сейчас главное, чтобы вы послушали. Значит, ну, копия вам тоже придет, кстати, я понял, что половина не пришло, представляете? Я не знаю, с чем это связано. Придется им запись смотреть. Значит, бессонница. Здесь тоже есть ряд ошибок. Ряд ошибок заключается в чем? Сама по себе бессонница имеет совершенно разные патоэтиологические причины, начиная от серьезных клинических заболеваний, которые уже диагностированы давно, и человек не спит от болей, от прочих страданий, заканчивая обычными экзаменами или тем, что там девочка рассталась с мальчиком. Мы сейчас будем говорить именно о психологической концепции бессонницы. Вообще, что такое бессонница? Как таковой бессонницы не бывает. Но тут есть два момента. Хочу профессионально, чтобы вы понимали одну штуку. Значит, запоминайте, пишем вместе со мной. Бессонница – это следствие. Следствие следующих факторов. Первое – повышенного обострения контроля. То есть, когда у человека развивается тревожно-фобическое невротическое состояние, его повышенное обострение контроля может сопутствовать вызывать бессонницу, потому что, чтобы человек уснул, нужно расслабиться. А чтобы расслабиться, нужно отпустить контроль. А если у моей клиентки есть эти идеи о том, что она вот-вот умрет от сердца или от сосудов, как она, простите, контроль отпустит? Все это, да, понимают? Соответственно, здесь это первый фактор. Второй фактор после обострения контроля – это... тревожные мысли, которые вы думаете. Здесь возникает два момента. Слушайте внимательно. Первое, либо вы вспоминаете что-либо. Ну, например, надо было ему все-таки сказать, надо было ей все-таки так ответить, а я промолчала, какого хрена, как я могла, ну почему же, ну как это несправедливо. Ну, вы гоняете воспоминания. Либо вы повышенно пытаетесь предугадать будущее. Ну, самый простой пример. Вы пытаетесь просчитать наперед комбинацию с экзаменами. А вдруг я не сдам? А как я буду делать? А вдруг я не сдам? А вдруг я не сдам? А вдруг я не сдам? Или, а как же там муж? А если он меня бросит? А если он меня бросит? Поняли, да? То есть, в любом случае, эти две комбинации, они могут работать сочетанно. Либо вы вспоминаете что-либо и жалеете об этом, пытаетесь переиграть в голове, да, окей, либо вы пытаетесь предугадать будущее, наоборот, пытаясь его как бы постоянно об этом думать. И там будут возникать эмоции, и там будут возникать эмоции, а эмоции уже не дадут вам уснуть. Но есть еще одна такая профессиональная штукенция, это... Очень часто возникает в терапии. Кто догадается, прям красавцы. А кто не догадается, слушайте внимательно. Это страх того, что я не сплю.
Вот так это в профессиональном кабинете психотерапевта порой звучит. Как бы это ни было... Ой, фак, стер. Страх того, что я не сплю. Да? Так и звучит это в профессиональном кабинете. И зацикленность это выглядит следующим образом. Человек, имеющий тревогу, он примерно говорит так. Я должен спать. Следующий его тезис заключается так. Звучит так. Иначе я буду... Вот сейчас вы будете смеяться, согласны? Вот я сейчас прям про вас напишу. Услышите. Я должен спать, иначе я буду плохо себя чувствовать. Затем следующая ваша мысль. А это значит, что я могу, например, ошибиться. Или я просто не хочу это терпеть. Или я буду плохо выглядеть. Дальше идет вывод. А этого всего быть не должно. Надо спать. Вот так это выглядит примерно. Согласны? У кого такая хрень? Вот так вы создаете вторичную бессонницу. То есть вы на самом деле испытываете сначала тревогу, потому что вы... Я предупреждал, что вы будете веселиться. Изначально вы испытываете тревогу, потому что вы очень сильно тревожитесь по какому-то поводу. Например, хотите на кого-то произвести впечатление, например, хотите, чтобы что-то успеть, понравиться и так далее. От этого вы не спите. Потом вы говорите, блин, надо спать, чтобы все-таки сделать хорошо. Надо все-таки спать, чтобы было хорошо. Надо все-таки спать, чтобы было нормально. И тут возникает такая забавная штукенция, что вы как раз этим требованием к себе и создаете свою бессонницу. Понятно? Как с этим работать? Пишем. Значит, здесь необходимо... Здесь можно использовать несколько стратегических подходов. Первый подход – это успокоительные. Я просто вам перечислю, ладно? А вы уж сами смотрите. Первый подход – это успокоительный. Второй подход – это не спать, если не спится. То есть не надо себя заставлять, я должен уснуть, 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 я должен уснуть. Не надо. Не спать, не спится, но вообще не надо мучиться. Идите почитайте. Сделайте уборку, только без пылесоса ночного, а то, вы понимаете. Третий вариант. Просто смените пластинку. Например, сходите в душ. Почитайте. Но смените род мыслей. Еще один подход может быть таким. Я вот сторонник такого подхода, который я сейчас вам напишу большими буквами. Выпиши все, о чем ты думаешь. Дай каждой мысли ответ и план действий. А затем дай себе команду, что сейчас об этом думать бесполезно, так как это ничего не решит. Подумай об этом завтра. То есть вы в ручном режиме, вот я люблю так делать, потому что я же тоже человек. И у меня тоже были ситуации, где я не мог уснуть, потому что я чувствовал, как я начинаю волей-неволей обдумывать, например, дела на завтра. И если я чувствовал, что меня это будоражит, я всегда останавливался и говорил, так, стоп, вот об этом я сейчас решаю не думать, потому что это думать бесполезно, завтра в обед ты это решишь. А об этом сейчас тоже думать не надо. С этим будет так-то, с этим будет так-то. Все, сейчас просто тупо перестань об этом думать, подумаешь об этом завтра. Все.
Да, то есть вы должны четко не продолжать крутить у себя в голове это, а вдруг это, а вдруг это. Вы должны четко сказать: так, стоп, что тебя здесь напрягает? О чем конкретно ты думаешь? Кстати, вот Ирина пишет, что включить видос Красикова. Вы знаете, я не хочу себя хвалить в этом смысле, но действительно очень много мам, родителей, да и клиентов, они говорили о том, что действительно видео помогали им уснуть. Понятно, да, про бессонницу, что здесь надо смотреть. Но в любом случае, я бы так сказал, в любом случае нужно искать причину эмоций. Понимаете, да? И это когнитивная терапия. Окей? Так, идем дальше. Дереализация, деперсонализация. Да, дождались вы. Что можно здесь сказать? Значит, первое, я уже сказал, что многие путают вообще саму диагностику, потому что на самом деле, чтобы диагностировать дереализацию, деперсонализацию, надо хорошо знать человека. Надо разбираться в его жизни, в его детстве. Также, чтобы диагностировать нарциссическое личностное расстройство или истерическое личностное расстройство, нужно знать человека непосредственно. То есть мы не можем говорить о дереализации, деперсонализации, об истерии, или о нарциссическом расстройстве, или о биполярном расстройстве, не зная по факту многих вещей из терапии. Часто мы пытаемся притянуть какие-то симптомы, часто мы пытаемся дать себе некое объяснение, где-то прочитав в интернете. Это, конечно же, большая-большая проблема, и ничего хорошего здесь не возникает, к сожалению. Поэтому первое, что я бы про дереализацию вам сказал. Значит, многие путают дереализацию с двумя проблемами. Пишем. Путают, значит, с чем обычно? С остеохондрозом. Это я сегодня вам уже рассказывал, помните? И второе, путают с неврастенией, то бишь с переутомлением, потому что и там может быть расфокусировка зрения, и там может быть отсутствие концентрации внимания. И там может быть расплывание предметов, и там может быть болезненная астеническая слабость и так далее. И многие наши зрители, прочитав в интернете, могут ошибочно трактовать неверно. Ясно, да? Вот это очень. То есть это первое, что часто путают. Если мы говорим про истинную дереализацию, истинную деперсонализацию, то это всегда искажения, которые никак нельзя не понять и не увидеть. Это искажение пространства, это искажение предметов, это искажение объема, это искажение цветов, это искажение восприятия. Поэтому здесь все упирается в диагностику. Если мы говорим об истинной дереализации и истинной деперсонализации невротического уровня, с чем оно связано? С чем оно связано? Значит, моим многочисленным наблюдением и практике, оно может быть связано с двумя факторами из моей личной клинической практики. Это с длительной социальной изоляцией. Вот, например, человек, ну вот у меня, например, мне там назначили ВКонтакте модератором когда-то группа по дереализации, я там ничего особо не модерирую, просто я иногда туда репощу свои какие-то посты, да, и вот я иногда читаю, как бы, ребят, которые страдают там этой дереализацией, деперсонализацией, как им кажется, во всяком случае. И там вот очень часто видна прям, насколько они социально изолированы.
то это прям отдельная каста людей, которые прям вот прям они прям очень асоциальные, как правило. Да, то есть люди с истинной дереализацией чаще всего они страдают длительной социальной изоляцией. Это и социофобы, это и серьезные личностные проблемы. В любом случае, это всегда длительное тревожное состояние, которое приводит к такой изоляции и приводит к такому длительному. Длительная тревога может привести к синдрому истощению, скажем так, концентрации внимания. И третий феномен, который может привести к дереализации и к длительной социальной изоляции, это затяжная депрессия. Да, это затяжная депрессия. А затяжная депрессия может быть ввиду эндогенного процесса. Это природная проблема, да, либо психогенная. Проще говоря, депрессия может быть по происхождению ввиду генетически обусловленных факторов работы головного мозга, и человек в вечной депрессии, и он изолируется, либо человек может сам себя депрессировать психологическим образом, он тоже будет изолироваться. Вот. Соответственно, здесь надо понимать, что дереализация истинная и деперсонализация это история, конечно же, диагностики. Я сталкивался в своей практике с пациентами, у которых истинная деперсонализация и дереализация возникала из-за их социальной дезадаптации. То есть они были очень сильно не уверены в себе, они были очень сильно забиты, закрепощены. Их можно назвать, конечно же, социофобами. И их такое вот затяжное изоляция ввиду социофобии, как правило, это программисты. Как правило, согласны, кстати, вот со мной, если так вот вы и дружите, да, с кем-то, согласны, что это ребята таких профессий очень творческих, это такие вот замкнутые, закрытые люди, они очень такие немножечко даже асоциальные, да, и это не просто так, потому что у всех людей, у которых есть истинное ну, я не говорю, что все программисты теперь такие, нет, Маш, я просто про вот своих как раз ахаровцев-то, да, потому что именно социальная изоляция и тревожность, она как раз и приводит к дереализации уже в дальнейшем. Ну и сталкивался, конечно, когда к дереализации приводили депрессии длительные, затяжные. И, кстати, к сожалению моему, я сталкивался с тем, что, биполярное аффективное расстройство – это пограничники. А вот еще я сталкивался с тем, когда с дереализацией, с деперсонализацией выходили от употребления запрещенных препаратов, которые, к сожалению, меняли структуру биохимии головного мозга, и ребята не были никогда изолированы, ребята не были никогда асоциальны, не были никогда тревожны, просто они покурили спайс, и, к сожалению, препарат оказал на них такое воздействие, где они получили галлюциноген в кровь, и этот галлюциноген так негативно сказался на их головном мозге, что теперь им приходится принимать препараты, чтобы восстановить эту функцию. Поэтому никогда не курите спайс, никогда не употребляйте запрещенных препаратов галлюциногенного, особенно характера. У вас есть очень-очень большой риск просто навредить своему головному мозгу очень сильно. 5 минут кайфа и жизнь под откос. Совершенно верно. Это вот частая история про спайс. И то те ребята, которые ко мне приходили, они уже тогда говорили, что они уже в момент этого пожалели. Потому что они как бы уже понимали, что сила галлюцинаций, что-то пошло, грубо говоря, не так. Что вот все кайфуют от того, что слоники бегают по потолкам, а вот у него что-то не так. И после этого момента он уже никогда не смог смотреть, как он уже страх, он говорит, я проснулся, я уже как-то по-другому на все смотрю. И вот здесь как раз ни один психолог, ни один врач не сможет
вас предупредить о том, как отреагирует ваша психика на экстази, на галлюциногены. Поэтому я вас очень прошу, не рискуйте. Зачем вам это надо? Ну, выпейте вы бокал там вина с девушкой, с мужем, за ужином вкусным там. Ну, не надо, не провоцируйте. Зачем вы так рискуете? Это очень рискованно и бессмысленно абсолютно. Это обратимо, но придется принимать препарат. Если мы говорим именно об интоксикации коры головного мозга. Так, идем с вами дальше. Значит, по поводу дереализации, что еще здесь можно вам сказать? Если мы все-таки с вами говорим о том, что дереализация и деперсонализация – это история психогенная, да, когда у нас есть все-таки тревожный парень, тревожная девочка, она изолирована, она асоциальна, то здесь, конечно же, нужно работать с эмоциями, нужно ее социализировать, нужно ее интегрировать в общество, нужно ее, скажем так, заниматься ее социализацией, понятно, да? И это, опять же, когнитивно-поведенческая терапия, и депрессия тоже. После травы возможны, что такое марихуана, в отличие от спайса? Поясню. Спайс – это препарат, который пропитан галлюциногенами. И каннабис – это все-таки трава, которая имеет определенный препарат, скажем так, вещество, которое не вызывает галлюцинации. Оно вызывает там определенные изменения психики, да. В ряде случаев каннабис продается как лечение депрессии, но я скажу так. По опыту, моему клиническому опыту, более 7-летнему. Есть люди, которые от травы расслабляются и лечат даже депрессию. А есть люди, которые от одной и двух затяжек самой простой и легкой травы начинают впадать в панику и загон. Поэтому однозначно говорить здесь о пользе нельзя. Первое. Второе. Кто загоняется после употребления травы? Те ребята, которые уже на моменте начала курения, они уже были очень сильно в дистрессе. Помните, о чем мы сейчас начинали говорить сегодня? Вот этот сильнейший дистресс, да, он изначально и был как бы уже переполнен. И то, что вы пошли, покурили травы, вы не нарушили головной мозг, не бойтесь, просто там, где надо было расслабить вегетативную систему, ввиду уже сильного дистресса, она не расслабилась, а наоборот напряглась, пошла вегетативная реакция, вы ее испугались, и с этого момента все поперло. Это, собственно говоря, классика жанра, все это очень быстро корректируется, вы должны сначала понять процесс, затем не бояться, провоцировать, выдерживать, и обязательно заняться тем, пишу я вам, заниматься надо причиной напряжения. Внимательно, подождите. То же самое с алкоголем. Заниматься надо причиной напряжения, которое было большими буквами до курения или алкоголя. То есть подсказка вам такая. Если вы покурили или бухнули и на утро потащило, в терапии я буду изучать ваше дистрессирующее состояние до курения марихуаны или до употребления этого препарата алкоголя, да? Потому что вы у меня уже за 3 месяца до этой покурки, простите, уже были в состоянии хронического дистресса, понятно? Вот это очень важно. Нас становится чуть меньше, вам будет лучше выиграть бесплатное участие. Ну, кто-то выиграет бесплатное участие, ребята, а кому-то придется раскошелиться аж на 4000 рублей, но я думаю, что за 10 занятий оно того будет стоить, и надеюсь, вы это понимаете. Так, идем дальше.
Идем дальше. Поехали теперь по поводу ошибок. Значит, что здесь можно подытожить, вот эту часть симптоматическую? Сигареты никак не связаны с неврозом, они связаны только с тем, что курение сигарет, именно вот само курение сигарет, это компульсия, которая призвана снимать некоторое напряжение. Это понятно. Второе. Когда человек находится в тревожном состоянии, он и так очень в дистрессе. И сигареты сами по себе насыщают кровь углекислым газом, да, и никотином. И в целом, если вы наблюдали вот за собой, кто курит именно сигареты, когда у вас повышается тревожность и повышается невротическая слабость, вас даже тошнить может от сигарет, хотя раньше не тошнило. Потому что не выдерживает организм, ну, то, что не выдерживает, а он плохо реагирует. То есть организму и так напряжно от вашей тревоги, и вы как бы еще его и углекислым газом травите. Вот, и ваш организм говорит: слушай, ну харе уже, больше не могу, ну сколько можно, да? Поэтому я вам рекомендую на этапе терапии не курить и не пить кофе, потому что кофе лишний раз способствует повышению тревожности. И если вы находитесь на первичных этапах терапии, пожалуйста, давайте пока не будем курить и не будем пить кофе, вам ничего страшного с вами не случится, но лишний раз не стоит. Понятно, да? Значит, идем дальше. Если есть невроз с эпилепсией, то вы должны заниматься отдельной эпилепсией, отдельно неврозом. Так, подождите. Подождите. У меня же тут целый план. Значит, что мешает справиться с симптомами ВСД? Первое, что мешает справиться с симптомами ВСД, это вера в опасность. Это вот вы должны сейчас запомнить это. Что еще мешает справиться? Это работа не туда, я бы так сказал. То есть это, ну, например, вера в то, что проблема — это панические атаки. На первом плане, например, это очень часто видно у новичков, да? Они приходят, и они думают, что у них ВСД и панические атаки, и они пытаются навалиться на эти панические атаки, даже если они с ними справляются и очень быстро научаются не ходить по улице. Вот вы можете обратную связь сейчас дать. Панических атак нет, а вегетатика никуда не делась. Вот теперь понятно, почему вегетатика никуда не делась, хотя панических атак нет. Очень просто, я об этом сказал в самом начале, потому что вегетатика и панические атаки — это не одно и то же. Вот, все, я понял, много, супер, хорошо, спасибо. В чем история? Вегетатика, это эмоции от мышления и дистресса. А паническая атака – это трактовка как опасность, например, той же самой вегетатики. Да? То есть, если вас научат или вы научитесь не трактовать вегетатику как опасность, какая причинно-следственная связь, что ваша вегетатика уйдет? Ну, только на чуть-чуть, которая просто добавляла эту тревогу, да? Но основная часть вегетатики останется. У Людмилы хорошо, все в порядке. Вот никуда она и не денется. Поэтому, что мешает справиться с вегетатикой, я бы еще написал, что это тупое верование, что без панических атак не будет ВСД. Вот кто повелся на такую фразу, я вам искренне сочувствую на самом деле. Потому что это абсолютная неправда, к сожалению. Потому что без панических атак
наличие или отсутствие вегетативных реакций с этим никак не связано. Ну, вообще. Понятно? Потому что даже если вы не паникуете, ваша вегетативная реакция от дистресса никуда не пройдут. Да, этот момент. Я кока-колу пью. Что еще по поводу, что мешает справиться с ВСД? Давайте дальше поговорим об этом. Это важно. Это история про то, что вы не ведете когнитивную терапию в формате, например, РЭПТ. Да? То есть не работаете с эмоциями. То есть вы пытаетесь справиться с ВСД, да, вы пытаетесь как бы справиться с эмоциональным расстройством, одновременно не работая с эмоциями, а вы пытаетесь, знаете, что делать? Вы бьете по воробьям, в скобочках, симптомы. Вот это все делают. Пытаясь как бы найти решение. Да, то есть вы изучаете тот симптом и тот симптом, но ответ очень один. Чтобы справиться с ВСД, необходимо понижать эмоциональный фон. И это не обязательно тревожность. Вот есть, бытует мнение, что вот вы наверняка часто это читали, о том, что тревожный фон, тревожный фон, тревожный фон, тревожный фон, тревожный фон, тревожность, тревожность, тревожность. Да нет. С вегетативной активностью или с ВСД не всегда тревожность только. Тревожность – это одна из граней эмоций. Но очень часто феномен невроза и вегетососудистой активности связан, например, с гневом. Очень часто феномен вегетативной активности связан с ревностью, да, очень часто с виной, да, и здесь на самом деле завистью, например. Можно философствовать о том, что под этим всем, конечно же, кроется там тревожность базовая, но это слишком глубоко для YouTube нашего российского. Поэтому тут надо понимать, что если вы хотите ответить на вопрос, что мешает справиться с симптомами ВСД, это отсутствие грамотной работы над эмоциональным состоянием. Понятно, да? Сильная радость тоже вызывает вегетативную активность, она ничем не отличается. Давайте я вам сейчас хотите такой пример пошлый приведу. Уберите детей от экранов телевизора до 18 лет. Значит, представьте себе, сейчас вот вы все внимательно ручки отложите, мне послушайте. Значит, представьте себе два человека, которые лежат в комнате с закрытыми глазами. Один человек представляет голую женщину, которая ласкает его и вспоминает и представляет себе какие-то сцены сексуального характера. Что происходит с его сердцем? Оно стучит чаще, с его давлением оно поднимается, с его половой системой наливается кровь в нижний таз, происходит возбуждение, дыхание становится более поверхностным, более частым, он возбуждается, он начинает мокнуть, да, и он пребывает в эмоциональном повышенном состоянии. И недалеко от него лежит тоже человек с закрытыми глазами, и он представляет, как он идет на улицу, значит, у него случается что-то, он падает, все к нему подбегают, начинают, значит, там смотреть, щупать, все там кричат, как он себя чувствует. У него тахикардия, у него пот, у него повышенное давление и так далее. В чем фишка? Фишка в том, что ваши фантазии и ваши такие вот образы, они дают одинаковые реакции. Что вы, простите, занимаетесь мастурбацией, в прямом смысле этого слова представляете себе мужчину или женщину, вспоминаете что-то, и вам хорошо, и у вас вегетатика активничает,
Что вы занимаетесь мыслительным представлением о том, как вы умрете, вас похоронят, и ваша вегетатика тоже активничает. Разницы нет никакой. Разница в том, что когда вы простите, мастурбируете, вы почему-то об этом не думаете, получаете удовольствие. А когда вы думаете о смерти, вы почему-то акцентируетесь на вегетатике. Понимаете разницу? Вот это самое забавное, что когда невротик занимается активно сексом со своим мужем, ей почему-то чаще всего кайфово, хотя пульс у нее может быть в два раза выше, чем обычно. А вот когда невротик идет по улице, и у нее пульс там 100, ой, как я, ё-моё. Поэтому вот ответ еще раз на вопрос, как справиться с симптомами ВСД, это работать именно... с эмоциональным фоном. Насчет цунами. Мне вчера буквально пришел на консультацию парень, который рассказывал про эту технику. Значит, техники такой не существует под таким названием. Это название дал автор, скажем так, который вам об этом сказал. На самом деле, вас немножечко ввели в заблуждение. Опять же, намеренно или не намеренно, я не знаю, но, скорее всего, намеренно. Суть заключается в том, что есть системная десенсибилизация in vivo и in vitro. Это разработано Мэри Джонс, Скиннером, Вольпе, Павловым. Это бихевиоризм, это поведенческая терапия. Никакого цунами не существует. Существует системная десенсибилизация. Это обман. Системная десенсибилизация – это метод, который основан на контакте со страхом in vivo и in vitro. Это внутри и снаружи. Если кто-то научные концепции назвал своими техниками, то у меня к этому человеку очень много вопросов об его честности, откровенности и порядочности. Значит, системная десенсибилизация in vivo и in vitro внутри и снаружи выглядит следующим образом. Человек представляет себе, он садится в кресло, например, расслабляется и представляет себе, что происходит, например, с его контактом со страхом. Например, как он заходит в метро, как он падает, как к нему подбегают люди. И он мыслительно и фантазийно доводит ситуацию фантазии до пика, контактируя с максимально, наполняя себя фантазийным таким страхом. Да? Делает это несколько раз в день через релаксацию. То есть сначала человек входит в релаксацию, затем человек представляет и наполняет себя максимально страхом до пика фантазийного этого страха. И это все в фантазии прокручивается несколько раз в день. Также вам рекомендовали, правильно? Это системная десенсибилизация in vivo, внутри. Это не цунами, вас обманули. Это научная работа Скиннера, которую, как обычно, люди вычитали в книгах и выдали за свое. Назвали себя очень честными. Вот. И есть системная десенсибилизация снаружи. Это когда мы выходим на улицу и начинаем, наоборот, контактировать с объектом страха уже непосредственно в реальном контакте. И это системная десенсибилизация снаружи. Вот и все. Зачем обманывать людей и выдавать это за свое? Вот это больше вопрос к автору. И это больше вопрос к его комплексу и к его внутренним невротическим проблемам и амбициям, которые не заканчиваются, а только усиливаются. Идем дальше. Значит, по поводу когнитивной терапии. Какие часто бывают ошибки? Ошибок там очень много. И первая ошибка введения дневников заключается в том, что вы неправильно даете рациональный ответ. Рациональный ответ должен быть выстроен следующим образом. Давайте разыграем. Может быть, кто-то торопится. Давайте разыграем сначала 5 блоков. Значит, 5 блоков архива.
которые уйдут кому-то бесплатно. Значит, как я буду разыгрывать? Я не знаю, кто где. Я сейчас просто произвольно выберу. Здесь у нас с вами 7, значит, этих самых 7, я, вот видно, да, 7 страниц. Я выберу сейчас, тихо, спокуха, что вы делаете? Стоп, нет. Я выберу сейчас любого человека из 7 страниц. Ну, например, мы возьмем страницу 3, да, и назовите любое число, первое попавшееся из со страницы 3. Пожалуйста, вот первое, кто первую цифру напишет? Пожалуйста, первое. Второе. Вижу. 2, да, первая цифра? Нет, первая цифра 8. 8 первая цифра или нет? Нет. Первая цифра 2. Все-таки первая цифра 2. Итак, со третьей страницы цифра 2. Это человек под ником Анна123. Вы получаете у нас первый блок вебинаров. Анна123 Ukraine. Анна123 Ukraine. Вы получаете первый блок вебинаров. Пожалуйста, нам нужна ваша почта. Напишите, пожалуйста, потом мне ВКонтакте, да, мы вас попросим. Значит, дальше идем. Возьмем седьмую, значит, поехали. Седьмая страница, удаляю чат, поехали, цифра, стоп. Оп. Цифра 4, седьмая страница. Раз, два, три, четыре. Это Сергей. А как нам его идентифицировать? Так, как бы нам его идентифицировать? Вот я ему сейчас скинул сообщение. Сергей, вы можете мне сообщение написать, что это вы? Вы получили? Получили ли вы? Ждем. Стоп. Что-то пришло. А что пришло? Угу. Так, Сергей, вот вам пришло, да, напишите тоже мне, пожалуйста, ВКонтакте. Вы тоже получаете блок вебинаров бесплатно. Поехали дальше. Давайте первый лист. Давайте, первый лист, цифра, стоп. Ну, давайте какую-нибудь цифру поглубже. 26. Первый лист 26. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Из Италии. Мариана из Италии. Мы вас поздравляем. Я надеюсь, это Мариана из Италии. А не еще один автор, супертехник. Мариана, вы с нами? Мариана Иванзиз. Откликнитесь. Да. Напишите мне, пожалуйста, тоже в... И поехали, дальше идем. Четвертое. Поехали, давайте. Четвертое. Тинц. Все, стоп. Четвертое. 33 я вижу. Угу. Так, четвертое. 33. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Еникеева. Мы вас тоже поздравляем. Еникеева. Еникеева. Еникеева, кто вы? Вы получаете тоже блок вебинаров. Где вы? Еникеева. Вот она. Еникеев. А, Еникеев. Это Антон, да, я так понимаю? Еникеев, простите, вы Еникеев Антон. Да, Еникеев Антон. Тоже пишите мне ВКонтакте. И еще одну страничку. Давайте разыграем пятую строку. Поехали. Цифра. Цифра 55. Здесь нет 55, поэтому следующая цифра 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Леночка. Леночка. Пожалуйста, мы вас оповестили. Напишите, пожалуйста, в чате. Напишите, пожалуйста, в чате. Российский флаг. Ребята, впереди три места. Леночка. Где вы? Ждем, пока Леночка появится. Вот она. Так, Леночка, вы получаете, соответственно, тоже... Напишите мне ВКонтакте. Вы получаете тоже блок вебинаров. Поехали. И в самом конце мы разыграем три бесплатных места на мой тренинг с 29-го. Значит, идем дальше по поводу когнитивной терапии. Первая ошибка, которая... Все, спокуха, подождите, потом. Первая... Да все уже. Что с вами происходит, господа? Тихо. Первое, что необходимо сделать, это следующее. Вы плохо ведете таблицы, дневники. Надо учиться. Учиться каким образом? Вы очень часто пишете в дневниках, как надо. Да, вот смотрите, вы пишете, как вам кто-то сказал, или как вам кто-то, ну, как сказать, или как вам кто-то порекомендовал, например, я, когда вам говорил какие-то алгоритмы, или вы где-то их учитали или услышали. И вы думаете, что когнитивная терапия – это некая правильная форма, как вам сказать, некая правильная форма, некая правильная форма мышления, что ли, да? Точнее, даже писание дневников. Вот я хочу вам сказать, что вы понимаете, что когнитивная терапия – это размышления. Вы должны учиться размышлять, а не учиться правильно писать. Понимаете? Это очень важный момент, потому что часто вы пишете просто, знаете, как бы было бы лучше, но я понимаю, он может. Но вы просто пишете, как бы, чтобы писать, да, но вы не никак не, как вам сказать, никак не вкладываете размышления. То есть, проще говоря, когнитивная терапия – это терапия, которая учит вас размышлять над ситуацией, не создавая определенных эмоциональных перекосов. Первое. Второе. Какая частая ошибка в КПТ? Это перекладывание ответственности себя на некоторые обстоятельства. Например, муж меня разозлил, погода такая, да, и так далее. Здесь надо понимать, что за любые эмоции, за любые какие-то обстоятельства несете ответственность только вы. Вот. Все детали по поводу КПТ мы будем обсуждать с вами на вебинаре с 29 мая на тренинге, потому что он как раз посвящен когнитивно-поведенческой терапии.
Что еще вам очень важно сказать? ОКР. Значит, по поводу ОКР. Давайте сейчас здесь сакцентируем внимание. Значит, минутку. Минуточку. По поводу ОКР. Значит, по поводу ОКР. Импровизация. Смотрите. Меня видно? Слышно? Значит, смотрите по поводу ОКР. Что важно знать? Ребята, вы меня слышите? Прием. Слышно. Смотрите. Значит, по поводу ОКР. В терапии... Не видно, да, наверное? Или видно? Ну, отсвечивает. Я вижу. Сильно отсвечивает, да? Вот если я в этом углу... Если я вот в этом углу буду рисовать, не будет отсвечивать? Не будет? Нормально? Смотрите. Сейчас. Я знаю, что затянулось, но, если честно, мне хочется вам рассказать побольше. Я надеюсь, что никто сильно не расстроится, да? Смотрите, в чем прикол. Видно, да, что вот здесь мы, вот здесь сознание, вот здесь, ну, мы не понимаем, без сознания. То есть вот это вы осознаете, вот это вы не осознаете. Всем понятно здесь? Видно же, да, что тут мы осознаем, тут мы не осознаем. Вот смотрите, что происходит. На уровне осознания есть напряжение. Напряжение. Оно даже вами осознается в ОКР. Это напряжение. У этого напряжения есть разные способы выхода. А вдруг я сойду с ума? А вдруг я кого-то убью? А вдруг я что-то сделаю? А вдруг я сойду с шизофренией? А вдруг это? А вдруг это? А вдруг это? То есть видите, да, что очень много всевозможных навязчивых моментов, куда сбрасывается это напряжение. Видно? Поэтому, если даже вы перестанете бояться СПИДа какого-нибудь, или перестанете бояться сойти с ума, их место все равно займут какие-то напряжения, какие-то обсессии, неважно какие. Поэтому терапии в ОКР именно ритуалом отдается примерно 50%. Видите то, что я пишу, ребят? То есть 50% в ОКР мы занимаемся только терапией ритуалов или обсессий. Как мы это делаем? Что мы делаем? Мы здесь делаем парадоксальный подход, парадоксальную интенцию, когда мы контактируем с объектом страха. Где мы, помните, загрязняем руки, где мы что делаем? Где мы контактируем с бактериями, где мы контактируем с кошками, с ботинками, но если это история про что? Если это история про чистоту, то есть понятно, да? Если это история, например, про страх с ребенком, мы контактируем с ребенком, берем ребенка на руки. Если это ножи, то мы начинаем контактировать с ножами. То есть это непосредственно история про контакт с объектом фобии. Понятно? Но есть очень важные 50%, с которыми вы не работаете. Или с ними не работают. Это причина напряжения. Это само
сама причина напряжения. Видно, нет? Вот это само напряжение. И это напряжение всегда связано с, смотрите, родители, социум, пишем со мной вместе, родители, социум, самостоятельность, деньги, работа, родители, блин, свет светит, да, неудобно. Я прочитаю. Напряжение, родители, социум, самостоятельность, деньги, работа, семья и так далее, там, секс. Вот эти сферы обычно и вызывают очень сильное напряжение, где человек очень сильно боится выйти за рамки нормативности, быть плохим для родителей, для социума, быть плохим на работе, сделать ошибку, совершить что-то не так. Именно вот здесь у него изначально возникает сильнейшее напряжение, да? А потом оно, но проблема в том, что это еще не осознается. А потом это напряжение начинает на поверхности как-то куда-то компенсироваться. И вот так формируются ритуалы, и так формируются навязчивости и обсессии. Поэтому работа с ОКР делится на две большие части. Это работа с ритуалами, и это работа с нормативностью. Потому что все ОКРщики – это очень нормативные ребята. Теперь по поводу ритуалов. Ритуалы чистоты знакомы вам всем? Ну, моют руки часто. Те, кто знаком с ритуалами чистоты, надо понимать. Сейчас не надо бояться. Я хочу, чтобы вы поняли, что за ритуалами чистоты всегда стоит метафора загрязнения, метафора порочности, нечистоты или какого-то греха. В 90% случаев, за ритуалами, в 90% случаев за ритуалами чистоты стоит подавленное сексуальное влечение, где человек на самом деле испытывает сексуальное влечение и желание определенного сексуального характера, но оно сталкивается с некоторой такой внутренней критикой и осуждением самого себя за собственное желание. Либо человек что-то сделал сексуального характера, за что он считает себя нечистым и плохим. И вот этот момент чистоты мытья рук – это всегда метафора очистить, смыть, перестраховаться. Очень часто именно сексуальный аспект и кроется в ритуалах чистоты. Это очень важно. Это не только Фрейд, это мое наблюдение за моими пациентами, которые часто моют руки. У них очень часто именно вот это сильное внутреннее осуждение именно на сексуальном фоне возникает. Например, а вдруг я захочу, а вдруг они со мной поступят так, а вдруг я захочу, а вдруг я это сделаю, а вдруг это, ну и так далее. Вот, это что касается ОКР. Об ОКР я буду снимать отдельное большое видео, где я эту схему буду разбирать детально. Что вам надо знать про ОКР? Значит, всем этим надо заниматься, как ритуалами, так и внутренним главным напряжением. Это всегда нормативность. Слово «нормативность» всем понятно? Желание порядка в доме – это всегда перфекционизм. Да, это всегда перфекционизм, связанный с чем? Связанный с неким убеждением, почему должно быть все правильно и идеально, почему должно быть все вот так вот, правильно и по полочкам. Для того, чтобы... Это всегда перфекционизм и нормативность. Границы. Верно. Проще говоря, если хотите маленький секрет,
Чтобы справиться с ОКР, вам надо научиться немножечко выходить за собственные внутренние рамки, граничась только рамками закона страны, в которой вы живете. Формировать самостоятельность, формировать независимость, формировать свою точку зрения, формировать свою независимую политику, формировать свои собственные мнения, взгляды и не бояться о них говорить. Если ребенок вырос с подавляющей матерью или бабушкой, а как правило все ОКРщики это история именно подавления родителей, да, то пока такой ребенок не научится сепарироваться от родителей со словами тан-тарарам, тан-там, да, вряд ли получится обрыв и развитие самоидентификации. Поэтому таких пациентов, конечно же, в терапии достаточно длительное время, а не в терапии, потому что сначала работа с ритуалами, потом концепция именно нормативности, потом выстраивание независимой жизни, независимого мнения. Это все требует огромного времени, огромных ресурсов как пациента, так и терапевта. Понятно? Вот чтобы себе позволить быть плохим, Рома, там целая философия, что такое плохой, а давай посмотрим, а как ты это будешь проверять, а давай ты все-таки ляжешь на пол, и что случится, меня все осудят, а с чего ты это решил? Приходи 29 мая на начало нашего тренинга, и я тебе расскажу, как справляться с вот этим вот страхом быть плохим очень детально. Это не вот так, понимаешь, Ром? Я не могу тебе сказать, потому что я просто не хочу. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы видите, я уже больше 4 часов вам рассказываю, как могу. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Одну простую вещь. Она заключается в чем? Она заключается в том, что нету какого-то одного предложения или ответа на вопрос «как не?». Это целая такая... Вот, например, Рома спрашивает, как не бояться быть плохим. Это целая философия, это целая технология рационального диспута и так далее. Понимаете? То есть, этому надо учиться. А вот то, что ты задаешь этот вопрос, это уже очень-очень хорошо. Потому что ты понимаешь, что ты достаточно предвзято на это смотришь. Так, здесь же касается вопрос по поводу сроков терапии. Сроки терапии. Слушаем. Значит, неврозы можно разделить условно на две категории. На простые неврозы и сложные. Простые неврозы – это неврозы, когда человек никогда не испытывал тревожности, было у него все хорошо, да? Но вдруг в какой-то момент произошли ситуации в жизни человека, и он начал трактовать их как безвыходные, помните, например, с женой или с мужем, и он не смог эмоционально справиться, загнал себя в страх, загнал себя в тупики и испытал панику, пошло-поехало. Здесь это простой тип неврозов, он как бы делится на три категории. На очень простой, средний и сложный. Простой и среднесложные неврозы лечатся обычно до полугода. Более длительные неврозы, хоть и неврозы, там, до года. Это имеется в виду непосредственно работы именно с характером решения вопросов. Но! В чем прикол? Прикол в том, что средняя статистика 3-6 месяцев. Я открою вам... Я хочу быть с вами откровенным и честным. Хотите вот правду? Вот правду. Вот как практикующего специалиста много лет. Правду хотите про сроки терапии? Потому что вас-то там все исцеляют от ВСД и панических атак. Вот. Я хочу вам правду сказать. Правда заключается в том, что никто не знает, сколько вам потребуется времени. Почему? Не потому, что мы такие скотины. А потому что вот вас сейчас осталось там 350 человек, да, и просматривать еще 1000 человек будет в копии. Правда заключается в том, что я не знаю причину вот этого твоего внутреннего напряжения. Я не знаю, что за ситуация.
Бывают такие неврозы, где достаточно просто принять решений, где достаточно просто для себя сделать выводы, и все закончится. Есть такие неврозы, где человек может все это осознать, но он живет в глухом селе, но он не может поменять очень многие аспекты. И психотерапевт не волшебник, чтобы, понимаете, ну, давайте честно, я не волшебник, я не волшебник и не могу вам изменить мужа, согласны? Я не волшебник и не могу вам изменить жену. Я не волшебник, не могу вам поменять работу. Я не могу вам дать то, без чего вы не сможете чувствовать себя комфортно и не тревожно. Но я могу вас обучать не испытывать такого сильного волнения по этому поводу и искать решение. Поэтому срок терапии неизвестен на самом деле. Это зависит от ситуации локально вашей. В среднем до полугода. В среднем. Но опять же, это зависит от того, что за событие и за ситуация кроется под самим невротическим расстройством. Если достаточно просто принять какие-то решения, то это одно. А если это личностное расстройство, например, где человек всю жизнь требует, или где человек всю жизнь и живет в изоляции, но здесь придется достаточно долго. И вот именно здесь возникает главный обман, потому что если человек всю жизнь живет с личностным расстройством, и у него есть панические атаки, которые он решил полечить, то, конечно, что без панических атак никаких изменений у него не произойдет. Как вы уже поняли, панические атаки и ВСД это никак не связано. Это история исключительно наличие испуга или отсутствие испуга. У вас может быть вегетососудистая дисфункция, которая будет вам мешать и досаждать ввиду огромного количества эмоциональных дистрессов, но паники у вас не будет. Понятно, да? Идем дальше. Ну и последняя тема, которую надо сейчас поднять, это личный финансовый успех и терапия неврозов. Давайте эту тему, и мы закончим. И разыграем три места. Значит, в чем суть? Суть в чем? Хочу вам еще одну правду и хочу вам рассказать еще очень важный аспект. Вот по чесноку. 90 примерно процентов неврозов у вас заключаются потому, что у вас есть так или иначе комплекс неполноценности, и вы пытаетесь компенсировать, скажем так, эту свою неполноценность для компенсации с помощью каких-то заслуг и каких-то действий, которые попитают вашу самооценку. Понимаете, да? Вот этот момент, он очень важный. Соответственно, личный успех и финансовый успех необходим для того, чтобы понимать, что причины неврозов бывают разные. Есть люди, у которых основная невротическая проблема заключается в том, что они считают финансовый успех гораздо более важным для себя. Есть люди, которые считают личный успех определенным важным для себя. И если и финансовый, и личный успех наделяется сверхзначимой такой силой и потребностью, то человек при определенных проблемах начинает к этому относиться сверхэмоционально, что поднимает его уровень дистресса. Соответственно, я вам скажу сейчас по чесноку. Я еще не встречал за свои 7 лет пациента, который решил отказаться от собственных амбиций. Вот эти все мотиваторы в Инстаграме, такого псевдорелигиозного духовного наставничества, они вызывают у меня очень много сомнений и юмора. Потому что, зная психологию личности и своих клиентов, я вам так скажу, нету задачи не хотеть зарабатывать денег. Нету задачи не хотеть качественно жить. Нету задачи отказаться от качественного питания. Нету задачи добиться успеха. Есть главная задача. Это сделать так, чтобы
преграды, которые будут по-любому на пути личного и профессионального успеха, не мешали вам, скажем так, да, и не вызывали такие яркие эмоции. То есть мой подход – это в сочетанности. Мои клиенты должны не просто сказать: я отказываюсь от этого, я отказываюсь от этого, я отказываюсь от этого, это не главное, это хрена с два. Нет. Мои клиенты обычно делают некую золотую середину. Они понимают, что они все равно хотят добиться определенных результатов. Они понимают, что они все-таки хотят получить то, что для них важно. Но если что-то пойдет не так, если где-то они потерпят неудачу или что-то будет не так, они не будут слишком остро реагировать на это. Возьмем в пример меня. Мне недавно на занятии спросили, когда мы обсуждали глубокие неврозы, как раз на третьем потоке, на втором потоке, ваши предшественники, они говорят: Алексей, ну похоже дело, твоя психотерапия и твой видеоблог – это компенсаторное поведение. И они абсолютно правы. Моя работа и большое количество обратной связи от людей, видеоблог, благодарности и все, что вы видите на канале «Невроза Мегаполиса», это приносит мне определенную радость и приносит мне определенные те преференции, которые я всегда хотел получать от того, той деятельности, которой я занимаюсь. Но теперь смотрите, в чем разница. Разница заключается в том, что вот в этом нет ничего плохого. А разница заключается в чем? Что если завтра запретят психотерапию, и если завтра выключат YouTube, если завтра выключат ВКонтакте, ваш покорный слуга сможет заниматься огромным количеством дел, которые будет развивать и станет так или иначе успешным в этих направлениях. Понимаете, о чем я? А вот невротик непроработанный, когда у него начнутся какие-то косяки, какие-то проблемы по той сфере, которую он выбрал с помощью доказательства, у него начнутся очень сильные эмоциональные страдания. И вот здесь как раз и кроется разница. То есть важно не в том, что ты хочешь добиться, а важно в том, каким путем и какой гибкостью ты готов обладать и готов ли ты отказаться от этого. Плохо ли иметь качественную машину? Да нет, неплохо. А главное ли это в жизни? Нет, не главное. Понимаете, да? Вот, например, у меня есть пациентки, у которых нет детей, там, в 35 лет, женщины, например, да? Хорошо ли иметь детей, там, женщине в 35? Ну, наверное, хорошо. А главное ли это в жизни? Это философский вопрос. Согласны? Поэтому я хочу, чтобы мои клиенты с помощью тех занятий, которые мы проводим, да, научились понимать, что они должны добиваться хороших результатов. И я готов им в этом помогать. Но одновременно так, что если что-то пойдет не так или где-то получатся косяки, это не является чем? Таким разрушающим фактором. Вот что я хочу, чтобы вы научились. Тогда ничто и никто не сможет вас сбить с колеи. Понятно? Плохо ли, чтобы у вас была девушка? Нет, неплохо. А если ее нет, так ли это ужасно? Понимаете? Например, с мужем. Хорошо ли иметь любящего мужа? Да, хорошо. Но если его сегодня нет, так ли это ужасно и говорит ли это о чем-то? Да вовсе нет. То есть именно способность рационально относиться к обстоятельствам является стрессоустойчивостью. И я приглашаю вас 29 мая принять участие в третьем сезоне перед отпуском моим. Приходите. Мы сделали для вас, как вы уже поняли, скидку, как вы попросили. Вот еще раз этот сайт. Мы вам его выслали на почту. Это мега доступно. И потом будет пауза. Приходите на занятия. А теперь мы разыграем 3 бесплатных места на этот тренинг.
Разыграем его следующим образом. У нас 340 участников. Сейчас я буду просить выборочно назвать три цифры. Три цифры от 1 до 10. Я сейчас выберу произвольно три цифры от 1 до 10. До 10. Первая цифра 9. Вторая цифра 7. Ой, 9. Блин, нет, там же 300 человек. Не 9. Давайте так. До 3 первая цифра пускай будет 1. А вот вторая цифра пускай будет 9 и 8. Все, стоп, стоп, все, хорош. 198 будем искать. Затем второе. Второе. Давайте тогда 200. Начнем, поскольку было со 100. 200, например, 1 пускай будет 4. 200 пускай будет 4. И третье тоже у нас 300. Пускай это будет, соответственно, 3. Да? 5 пускай. И ну, 7. Окей. Все, стоп, хватит. Сейчас будем считать. Ребят, все по-честному, вот честно, серьезно. Все, я понял, да, что всего 340. Ой, блин, 340, действительно. Давайте еще раз. 300, что-то я уже все уже. Какая вторая цифра пускай будет? Вы же не знаете, какой у вас номер, какая вам разница? 4, пускай. А, нет, там уже 337. Давайте 301 и последняя цифра... Ну, пускай 7. 317. Все. Гуд. Все, харе. Теперь будем считать сейчас. Это самое забавное. Все, 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 все. О, 198. Сейчас потребуется время. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 50. 50 человек у нас на странице, значит, получается здесь 150. Вот здесь где-то, значит, у нас получается... 150, и надо еще 48 человек, это значит вот это. Опять Украина, ты подумай, Екатерина Ворожкова. Ребят, в копии посмотрите, как я это выбирал, все здесь честно. Украина, Екатерина Ворожкова получает первое бесплатное участие. Екатерина Ворожкова. Кова, мы вас поздравляем, вам все не повезло. Здесь ли вы? А следующий номер у нас 214. Итак, поехали. 50. Ура! Да, я вас тоже поздравляю. Значит, 50, 100, 150, 200... И вот здесь у нас будет 14. Отсчитываем 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вы не представляете, опять Украина? Вы что, сговорились там? Елена Солоненко. Ребят, Украина, а вы меня обвиняли в предвзятости. Елена Солоненко. Ну что ж, поздравляем. Ребят, сорян. Чё? Украин жжёт. И номер 317. И номер 317, значит. Кто у нас здесь? Значит, 50, 100, 150, 200... 250, 300, вот здесь и 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну, наконец-то, Россия. Рита. Одни девчонки, ты подумай. Рита, кто вы?
Ну, ребят, сорян, как говорится, две Украины и Россия. Елена, Екатерина и Рита. Рита, вы услышали, что вы выиграли? Значит, девчонки, напишите нам ВКонтакте или позвоните Татьяне. Соответственно, мы вас поздравляем. Вы принимаете бесплатное участие в третьем сезоне нашего высокоэффективного тренинга по работе со стрессоустойчивостью. Рита, вы услышали, что вы выиграли-то? Она написала, нет? Рита. Да, все, прекрасно. Соответственно, все остальные ребятки, пожалуйста, приходите с 29-го. Мы в этом самом кабинете, как вы видите, будем очень детально и очень подробно вести. Я буду вести 10 вот таких занятий. 10. Выкладываюсь я достаточно полностью, как вы видите. Очень откровенно, прямо. Поэтому приходите с 29-го. Скажу сразу. Скидка, которую мы вам предоставили, она работает до конца воскресенья. Поэтому не тяните, потому что потом там вернется опять без скидки. Кому еще эта скидка предназначена? Если вы смотрите в копии, соответственно, тоже. Только тем, кто регистрировался на бесплатный вебинар. Поэтому, пожалуйста, вы можете успеть сегодня-завтра стать участниками. В 4000 входит копия. Я надеюсь, что я ответил вам на сегодняшние вопросы. Конечно, всю неврозологию охватить невозможно, да, но поймите одно, что все ваше вегетативное, все ваше фобическое не имеет никакого отношения, не имеет никакого смысла. Самое главное – это работать над эмоциональным состоянием. Это все поняли? Чем быстрее вы поймете, что надо работать над эмоциональным состоянием, тем быстрее вы справитесь с этим. Вам понравился сегодняшний обучающий урок, который длился 4 часа ровно вместо 2,5? Спасибо вам огромное. Я стараюсь и надеюсь, что вам понравилось тоже. Да, спасибо вам огромное. Смотрите в копии. Копия будет разослана. Спасибо большое. До свидания. Увидимся с вами на третьем сезоне с понедельника уже следующего. Пожалуйста, спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал и не обращайте внимания на то, что я иногда говорю в прямой трансляции Инстаграма. Это нормально. Спасибо, ребята. Всем счастливо, пока. До свидания.